на великий різдвяний концерт «Дизель-шоу» 25 грудня у палаті «Україна!» Україна! Ну, Коля. 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 Тихо. Коля, ну мені що, всю дорогу мовчати? Так. Чому? Тому що ти всю дорогу бо-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 бо. Коля, 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 мені душно, включи кондиціонер. Ой, Коля, Коля, мені дме, виключи. Ой, Коля, зупини, мені хочеться води. Ой, Коля, поїхали швидше, я хочу хот-дог. Ой, Коля, зупини, мені треба в туалет, на що ми брали той хот-дог. Ой, Коля, чого ти тянешся, як черепаха? Коля, куди ти женеш? Ой, Коля, поглянь, які соняшники. А сфоткай мене на фоні соняшників. Ну, хто так фоткає? Сфоткай мене в стрибку. Ой, б***ь, щось зламала. Коля, давай, давай нарвемо соняшники. Коля, чекаємо, сторож. Коля, газуй швидше, він нас доганяє. Коля, через скільки ми доїдемо? А тепер через скільки ми доїдемо? А зараз через скільки ми доїдемо? І так всі 4 години. Просто помовч. Та хто б казав, а? А сам? Тихо! Ми зараз станемо в машині, що стукає. Тихо! Ми ж зараз зупинимось в машині, що згрюкає. Тихо! Щось цокотить. Бля! Радіатор закипів. А тобі не гадати, чого так? Бо ремонт в квартирі важливіший, ніж в машині. Ото ж сидини, бобани. Добре. Буду мовчати. Чудово. От взагалі тобі ні слова не скажу. Добре. Всю дорогу буду мовчати. Буду як риба в воді. Як партизан мовчатиму. Буду тихіше води, нижче трави. За всю дорогу тобі ні слова не скажу. Та ти заткнешся чи ні? Та кажи вже, бо лопнеш. Коля, о чого ти такий? Який? Отакий, Коля, гімнопакосний! Який? Ще й обідчивий. І прям слова тобі ж не скажи, а? Але ми їдемо від твоєї мами. Вона мені цілий день оце бо-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 бо. Тепер ти перейняла вашу цю родину естафету. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. От скажи, за що мені це прокляття? Мама тут до чого? До всього. Я їй сьогодні все поробив. Я їй цілий день дрова нарубав. Я їй зерно на горище переніс. Я їй бур'яни всі зібрав, викинув. Я кущі дерева всі попідрізав. Я стомився вчора. Навіть розслабитися не зміг, бо за кермо. Так ми ж могли заночувати у неї, і тоді б ти розслабився. Могли, але твоя мама що сказала? Колінька, тільки ж ти не пий, бо зранку треба буде на машині навоз привезти. Капець ти нервний, Коля. Мовчу. Ані слова. Мовчу. Ані півслова. Добре. Ані жесту. Все. В машині не смій. Коля, а якщо мене від хот-дога пучить? Слухай, ти можеш закрити всі свої отвори хоча б на півгодини, поки ми доїдемо? Добре. Можна одне питання? Можна, якщо воно одне і останнє. Добре. Чому? Що чому? Чому я маю мовчати? Тому що я слухаю, як працює двигун. Щоб все було добре, я прислухаюся. Тепер зрозуміло. От все. І все, от мовчу, і мовчи, от і чудово. Да.
Мовчу. Мовчи. Я мовчу. Мовчи. Мовчу я! Тільки ти вмієш так мовчати, щоб аж горло зірвати. Ченчо, не переживай, моя маленька, все буде добре. Боже, Коля, так приємно. Ти мені так давно не казав таких слів, Коля. Та я не тобі, це я машині. Коля, ну ти Іра, та? Та ти ж свою машину більше любиш, ніж мене. Бо вона за 20 років менше ламалась, ніж ти. Коля, ще одне слово, і ти поїдеш в багажнику. Із задоволенням, хоч менше тебе слухати буду. Блін, ми, здається, поворот проїхали. Чого ти не сказала? А чого тобі твій мотор нічого не сказав? Слухай, ну що за характер, а? Коли не треба, ти бубониш, а коли треба, мовчиш, а? Тобто я винна? Закрий бардачок. Він закритий. Я про той, що у тебе під носом. Що таке? Що з двигуном? Що? Ай-яй-яй. А, це ти? Води попий. Коля, щось не помогло. Коля, треба, щоб ти мене сильно налякав. Та ну ти. Господи, мене. Коля, Іра, ти проклятий. Мене ледь Кондраті не схопив. Так, отже, психічна атака закінчилась, почалася хімічна, так? Коля, а можеш зупинитись? На що? Та я щось сильно багато води випила. В туалет хочу. Слухай, ти можеш хоч на півгодини задраїти всі люки в цьому підводному човні, а? Щоб звідти ні звуку, ні газу, ні рідини ніякої не просочилось в машину, а? А нам ще довго їхати? Зараз навігатор включу. Пише 20 кілометрів. Рухайтесь прямо 10 кілометрів. Потім поверніть направо. Окей. Ви перевищили швидкість. Хоч ти мені не бубни. Ви перевищили швидкість. Не умнічай. Ви перевищили швидкість. Та заткнись ти! Коля, так це діло не в мені. Це ти токсичний. Я токсичний? Це після тебе он машину до сих пір провітрити не можемо. Ай-яй-яй. Йосип-босе, як же так сталося? Що трапилось? Походу, аптечку забув. А, слухай, зараз зупинимось в багажнику, глянеш, добре? Ага, зараз. Щоб як минулого разу знов без мене поїхав. А ти швидко вчишся. Що ти робиш? А що мені всю дорогу їхати і слухати, як твоя машина гуде? Я 20 років слухаю, як ти гудеш і нічого. Та то ще було, коли ми познайомились. О, тихенько музику включу. А я хочу і не хочу до тебе ходити. Біла хмара, чорна хмара, ми з тобою переможемо. Ще буде сонце, буде, що ж мені робити? Біла хмара, чорна хмара, ми з тобою пара, може і не пара, ой, що буде? Коля, ти що, здурів чи що? Просто косуля дорогу перебігала. Коля, яка косуля, ми серед поля. Що, вже тихенько поспівати не можна, а? Що таке? Знов щось з двигуном? Галя, тихо! Та що там таке? Собака! Хто? Собака! Де собака? Собака смішний, на тебе дуже схожий, а? Що, знов мотор гепнувся? У мене мозок гепнувся.
Так це ще коли ми познайомились. О, гетно все, Коля. Все, мені треба випити. Коля, який випити? Як ми далі поїдемо? На маршрутках. Я додому, а ти до мами. Ясно? Ну ти Іра, та? Доброго дня. Вибачте, а ви не могли б мене підвести до міста? Так, звичайно, сідайте, будь ласка. Дякую вам, дякую. Які ви люди хороші. Та дякую. Ну, реально, люди дуже хороші. Дякую. Та дякую. А мій чоловік ніколи нікого не підвозить. Каже, а раптом це злочинці. А я йому кажу, а що там в твоєму ланусі красти? А він такий каже, а краще вони тебе вкрали, бо ти бубониш, бубониш, бубониш. А я кажу, а хто там бубонить? А все, що не скажу йому, все не подобається. Все, виходьте, приїхали. Чому? Вас двох я в машині не витримаю. Ви, мабуть, сестри, вас в дитинстві, мабуть, розлучили. А я чую, ой, я бачу такі очі з такими, а ми зараз... Це ж мамка, наверное, нас побудила десь. О, я, мабуть, піду. Чоловік з машини ногою випхав. Дякую, до побачення. Коля, ну ти гімно таке, а? Що ти робиш, як ми поїдемо далі? А я далі не їду. Я тут заночую. Ага, поїду зранку. А ти можеш пішки йти, хоча не можеш сісти за кермо. Ти ж чудово знаєш, куди їхати, як їхати, де повертати, з якою швидкістю. Будь ласка. А от Коля й сяду. Сяду, щоб ти не сумнівався. Будь ласка, давай. Давай. А ти давай якраз підготуй всі свої шуточки там. Обезьяна з гранатою, давай, як ти вмієш. Ні, ну ти що, я просто посижу, покайфую, помовчу. Коля, тут механіка. Та ти що? А тобі нагадати, що у нас не автомат, не? А тому що ми зекономили. Ми твоїй мамі вирішили купити причеп з навозом і сарай. Коля, досить бубоніти. Помовч. Я сказала, краще помовч. Блін, походу, я даремно випив. Ти бач, як всі сигналять, а? Як тебе вітають, який класний водій їде прямо посередині дороги. Коля, ні слова мені не кажи. Краще допоможи переключити третю. О, точно, третю за жінок. Ну ти, Іра, та? А так, я все, я наче згадала, зараз поїдемо швидше. Направо. Тримаємось. Мені треба в туалет. Потерпиш? Алю, Помовч! Помовч, я сказала! Пост! Потерпиш! Пост, стої! Гамно, так і ти що не міг сказати, що там пост стої, а? Я кричав. Тепер іди сам з ним розмовляй. Ні, я... Ну, ти гімнопакосний, а? Лейтенант, бережок. Послухай сюди, бережок. Причина зупинки, а? Форми понакуповую собі і штрафую тут людей. І головне, дорогі машини він не термозить, а звичайних людей на ланосі так він трусить, а? В кущах сидить і на лохів, да? Перевертень в погонах, пережиток минулого, жаба ти даєшна, що ти хочеш від мене? Бриз отсюда! Я взагалі-то хотів попередити, що попереду ремонт дороги.
Боже, яка красива у вас форма. Скажи, Коля, ви ж як в Литивні, Боже, як вам іде. А тепер приявіть ваші документи. Коля, де мої документи? Поговори з ним, я тебе прошу. Карма вона така. Дотринділася. А ви, вийдіть з машини. Ваша? Моя. Співчуваю. Мене ж така сама. Тільки майор. Начальниця моя. Це що відбувається таке, а? Ми, чоловіки, одне одного співслова розуміємо. Нам багато слів не треба. Може, налити? Ні, я на роботі. Теж співчуваю. А що там в тебе? Пиво безалкогольне. А, безалкогольне? Ай, тоді краще ви сідайте вже за руль, бо там дійсно ремонт дороги. Все, бувайте здорові. Щасливо вам. Тримайся. Тримайся. Що, Коля, безалкогольне кажеш, да? Так, так. Машина дорого коштує, щоб тебе надовго за кермо пускати. А я щось після цього вся така збуджена, Коля. Це ти до чого? А пам'ятаєш, тобі сподобалась сцена в фільмі, де вони сексом в машині займалися? То мені раніше подобалось, зараз вона мені вже не подобається. Та ні, Коля, ми її зараз з тобою реалізуємо. Сядь в машину. Ні-ні. Бігом сів в машину. Ні. Поліція! Коля! Юлія Мотрубка, народний артист України, Назар Задніпровський. Доброго здоровочка. Здрасте. Нам нужен прораб Василий. Я за него. Здравствуйте. А вы кто? Мы приехали снимать сюжет о безопасности на Крымском мосту. Так, а ну вон отсюда. Давайте дуйте, тут режимный объект. Съемку заборонено. Вы что себе позволяете? Мы из Москвы приехали, у нас все согласовано на высшем уровне. Вот бумага. Первый канал? Первый. Вас что, не предупредили о нашем прилете? А у нас тут о прилетах не предупреждают. Не, может, кто-то звонил, но тут просто постоянно что-то бахкает, взрывается, сейчас стройка идет, то я, может, и не чув. Так вы, значит, первый канал? Так. И что, приехали снимать на видео Крымский мост? Совершенно верно. Ну, це правильно. Снимайте, пока він ще стоїть. В смысле? Мы чего-то должны опасаться? Да тут постоянно прилетают то дроны, то ракеты. Как же? Ну, тут же поставили наше передовое ПВО. Вот после этого в два раза больше стало прилетать. Раньше ж тільки по мосту стреляли, а сейчас ще й по ПВО. В общем, наша задача снять сюжет о том, что на Крымском мосту совершенно безопасно, и по нему можно совершенно спокойно попасть в Крым. Да, можно в Крым, можно на небо. А что, простите? Вы, виходить, приїхали брехню знімать? А що я питаю? Конечно, брехню. Ви ж перший канал, ви другого не вмієте. Я вас снимайте. Не совсем понимаю. Это что у вас заговор странный какой-то? Чего странный? У нас так майже вся бригада балакає. Это древнерусский диалект? Скорее древний, чем русский. Такий залишився тільки на Кубані, в Воронежі і в Белгороді. Схожий на українську мову, скажи. А чому? Не ясно. В общем, это не мое дело, мы начнем работать, вы нам, главное, не мешайте, хорошо? Да. Вы, главное, в своем сюжете скажите, что мост уже ремонтировать бесполезно.
Да и строить его нахрен не надо было. Давайте я сам разберусь, что говорить. Хорошо? Да, отойдите, да, пожалуйста. Да, да, конечно. Ром, готов? Да. А, сегодня отличная погода и отличная дорога по этому замечательному надежному мосту. Эта дорога символизирует будущее современной России. Великое будущее, в которое мы все хотим попасть. Вы не могли бы в сторону отойти? А что, мешаю? Мешаете. А, ну, говно вопрос. Как и ваш сюжет. Можно без комментариев? Да, ладно? Да, конечно, конечно. Так, начало у нас есть. Где там наша звезда? Звезда готова. Отлично. Теперь начало со звездой. Русские туристы уже ринулись в Крым по этому мосту, среди которых мы видим знаменитого человека, нашу кинозвезду. Что вы делаете здесь? Да тут прибрать треба. Уйдите, сейчас звезда выйдет. Отойдите, не мешайте. Как скажете. Известные русские люди приехали в Крым, по этому Крымскому мосту, среди которых кино «Наша звезда». Вот. И мы сейчас узнаем, чего он ждет от этой поездки. Скажите, пожалуйста, какие ваши первые впечатления о Крыме? Дерьмо! Срань господня! Фак! Что вы несете? Откуда на мосту говно? Это из Москвы, Первый канал. Я не про это, я про это говно. А, это собачка у нас тут бегает. Я хотел прибрать, але він не дозволив. Так, не мешайте. Сергей, вы в порядке? Я в дерьмо вляпался. Причем всей страной. Так, давайте еще разочек, да? Можем начать сначала? Я не могу, нет, мне это настроение испортило. Мне надо еще раз настроиться. Настраивайтесь. Обождите. На дворе трава, на траве дрова. А на дне Москва. Корабли лавировали, да не вылавировали. Вот так вот в новостях и сказали. Шла Саша по шоссе. Сосала сушку. Не, лучше вот так. Шла Раша по мосту и сосала. А, просто сосала. Это кто такой? Что это за быдляк тут стоит, мне мешает вот это? Это прораб Василий, местный рабочий. Работай, рабочий, давай работай. Я, да, работаю. Подожди. Это ж вот тот вот известный артист. Да-да, это тот самый Сергей Бздюжев. Сергей Бздюжев, ё-моё! Ничего, я же ж ваш кумир! Я же ж... Можно я с вами селфи зроблю? Какой же селфи? Сейчас. Блин, а где тут камера у меня? А, во-во-во-во, а не та сторона. Сейчас, блин, память закончилась, зараза. О! Все? А, да, все, дякую. Все, иди давай отсюда, работай. Да-да, я тут работаю, ремонтирую мост. Молодец, один ремонтируешь. Ну да, один, остальные ссутся. В смысле, в туалет вышли? Не-не, боятся. У нас же тут постоянно что-то пролетает, что-то взрывается. После последнего прилета полбригады как ветром сдуло. Фу. В смысле, уехали? Не, я тебе говорю, я к ветром сдуло. Ударной волной, прямо в море. Фу! Вон панамка плавает, бачишь? Это Валера. Приходите пугать ненародного артиста России. Все, отойдите. Да, давайте еще разочек... Боже, где вы так запачкались? Я же говорю, в дерьмо вляпался, где? Я не об этом. Что с футболкой? Ой, блин! Это быдло меня испачкало своими руками. Да-да, это я. Дякую за фото. Я и за такие гроши продам. И что такого ценного в этой фотографии? Ты что, последнее фото живого Сергея Бздюжева? О! В смысле последнее? Вы обещали мне полную безопасность. Обещали. Ага, да, обещали. А украинцам обещали, что война не начнется. Это ж Первый канал, кому ты веришь? Так, я не буду тут сниматься. То есть как это не буду тут сниматься? Сергей, позвольте вам напомню. В Москве вам ясно дали понять. Вы снимаетесь в этом ролике, и только тогда они уничтожат компромат, на котором вы с Киркоровым играете в салочки.
Знаете что, они мне это обещали перед концертом в Лужниках и перед поездкой в Донецк обещали. Да, но в этот раз честное-пречестное. Я вам даю честное, первоканальное. Обещаете? Обещаю. Вам верю. Все, идите переодевайтесь. Я переоденусь. Угу. Подожди. Ты хочешь сказать, что Бздюжев с Киркоровым? То есть получается, что Сергей Бздюжев больше гей, чем сер? Давайте договоримся, вы ничего не слышали, ладно? Что значит не слышал? Я с ним сфоткался. Блин, треба удалить всю фигню. Послушайте, Василий, зачем вы это делаете? Вот зачем вы мне пугаете народного артиста России? Краще пуганый артист, чем как тот артист, которого чайки растащили. В смысле чайки растащили? Как чайки? Ну, дрон прилетел, а этот артист, как его, или без руков, или без ногов. Но в итоге получилось, что и без руков, и без ногов, потому что прямо за пазуху дрон скинул гранату, а все остальное уже чайки растащили. Не слушайте, не слушайте, вот наверняка какие-то местные страшилки, байки, да? Давайте с вами начнем работать, хорошо? Давайте. Давайте, да. Быстренько сейчас это снимем, пока спокойно, да? Хорошо, приготовились. Да. А пока уже спокойно. Неспокойно, тревога! Тревога! Ай, где? Как тревога? Уже тревога? Ложись! Тревога, тревога! Подождите, ну нет сирен. Вы уверены, что тревога? Где тревога? Где-то или в желудке, или в двенадцатиперстной кишке. Блин, это сосиски пропавшие были. Главное, собака не съел, а я съел. Ой, чувствую одним местом. Скоро этому Крымскому мосту приснится жопа. Давайте вы не будете нас пугать. С Крымским мостом ничего не случится, потому что Крымский мост — это капитальное сооружение. Ага, капитальное. Я еще думаю, а чего это нас каждую неделю заставляют рубить капитальный ремонт? Ну да, ну слушайте его. Давайте быстренько, быстренько снимем. Да, быстренько. Давай, давай. Быстро, быстро, быстро снимаем. Снимай, все быстро. Снимай. Делаем все быстро, быстро. Быстренько, быстренько. Быстро, снимем. Давайте быстро. Да, 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 давайте быстрее, пока вот тот дрон сюда не прилетел. А, дрон, боже, дрон. Накройте меня своим телом. Пусть вас Киркоров накрывает. А вы уверены, что это дрон? 100%. Мамочки. Или чайка. Это чайка, да? Это чайка, наверное, чайка. Боже. Скорее всего, чайка. Это чайка. Чайка, точно. Чайка, не, вставайте. Чайка бы махала крылами, а этот не машет. Точно дрон. А дрон, дрон. Строитель, закрой меня своим пузом. А, это баклан. Баклан? Баклан? Это кто? Это птица. Это баклан птица. Это птица. Это птица. Все в порядке. Украинцы почали робити нові дрони, називається баклан. О, чувствую, шандарахнет зараз. Так, это точно? А ну дай, дай посмотрю. Да что вы рассказываете, нет там ничего. Никакого дрона, никакого баклана, это облако. Ну, может, показалось, у меня зрение -7. Сергей, вставайте, будем работать. А можно я отсюда снимусь? Ну, типа, я так люблю Крымский мост, что готов целовать асфальт. Муа, муа, опять это говно. Сергей, вставайте. Вставайте, давайте. Все, сейчас готовы? Настроились? Да, да. Все, настроились, хорошо, давайте. Итак. Известные люди приехали в Крым, среди которых Сергей Бздюжев. Это значит, что на мосту совершенно безопасно. Скажите, Сергей, здесь безопасно? Да, здесь безопасно. Так, стоп, почему вы заикаетесь? Потому что здесь, сука, страшно. Давайте еще разочек, но поувереннее, хорошо? Да, все, 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 я. Здесь безопасно, правда, Сергей? Да, здесь абсолютно. Да, автомат, автомат. Не автомат, это не автомат, не автомат. Василий, Василий, выключите долбилку долбанную свою. А что, мешает? Что? Мешает? Мешает. Сергей, вы в порядке? Не совсем. Скажите, у вас есть запасные штаны? А что с ними не так? Все в порядке вроде. Ну, это с этой стороны. С внутренней не все в порядке. Я просто боюсь, что в кадре может проявиться.
Ладно, идите в Гримваген, там три пары точно таких же штанов. Я быстренько. Так, Василий, у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, когда мы снимаем, ничего не делайте. Можете ничего не делать? Вообще ничего? Вообще ничего не делать. Просто стоять и ничего не делать. Хорошо. Спасибо. Звезда переодела. Что с вами, Сергей? Что с ним? Ну, у нас провод крутить. Так, ну, нужно же что-то сделать. Василий, я говорю, сделайте что-нибудь. А мне не сказали ничего не делать. Это когда мы снимаем, не нужно ничего делать. А когда вот его так трусит, надо что-то сделать. То что, по-моему, ему нравится, смотри, как улыбается. Да нет же, ему плохо. Помогите ему, пожалуйста, Василий. Ладно. Так, его руками трогать нельзя. Не трогаем. Сейчас я его... лопатой. Какой лопат? Вы что, с ума сошли? Вы сейчас убьете меня, народного артиста. Чем? Лопатой? Да вы шо? Вот если молотом, то да. Каким молотом? Молотом можно. Василий, выключи розетки. Розетки? Па, вот же розетка, ну, вот же розетка. Ну, есть, выключил. Ну, можно и так. Но молотом было бы наверняка. Сергей, вы в порядке? Абсолютно. Стоять сможете? Конечно, да. Прекрасно. Опять в говно. Ну что ж вы? Я говорил, давайте я уберу, ну. Сергей, что вы за человек-то такой? Вы же могли мне убить народного артиста России. Мог? Ну вы же мне помешали. Здесь небезопасно. Здесь небезопасно. Безопасно. Сейчас дам свой оберих. Тримай. О! О! Оцей оберіг оберігає мої сили, щоб я не перетрудився, коли буду собирати його по кусочкам по мосту. Власна штука. Ви з ума зійшли! Уберіть цей пакет! Я не хочу в пакет. Я хочу домой. Я домой хочу. Как домой? А как же в Крым? Не хочу. Тю, чего? Тут же ж так душевно, по-домашнему. Давайте снимем быстренько и поедем домой. Хорошо, быстренько снимем и все. Отойдите. Стоим, да? Стоим, смотрим в камеру, улыбаемся. Хорошо. Так. Как вы видите, даже известные люди стремятся попасть в Крым, несмотря на то, что на мосту продолжаются ремонтные работы. Сергей, здесь... А, ракета! Дрон! Это не дрон, это не ракета. Секунду. Василий! Я же попросил не шуметь. Можете сделать перекур? Перекур? Перекур! Хорошо, перекур! Сергей, в порядке? Все? Все хорошо? Штанишки сухие, все нормально. Пока. Работаем. Давайте. Наконец-то подходит к концу ремонт моста, и мы видим, что это не помешало известному человеку приехать в Крым, чтобы вздохнуть. Сигарету можно? Держите. Дякую. Ремонт Крымского моста продолжается, но несмотря на это, наша звезда Сергей Бзюжев приехал в Крым, чтобы подышать свежим воздухом, чтобы посмотреть на солнышко, на птичек, и здесь абсолютно... Я, кто кажет, и говна, и ложку. Нет у меня ложки. Ну вот говно. Нет. Не, у нас так говорят, ну типа сигарету и зажигалку, говна и ложки. Вот вам зажигалка, что у вас ничего своего нету, что ли? Спасибо, да. Давайте еще раз. Да. Естественно, люди приехали в Крым, среди которых известный актер Сергей Бзюжев. На мосту совершенно безопасно, и это подтвердит нам сам Сергей. Скажите, Сергей, это правда? Поувереннее. Газовая атака. Нет, не газовая. Василий, вы почему кашляете? Первый раз в жизни курю. А зачем вы курить-то начали? Ты ж сказал перекур. Я имел в виду, чтобы вы перестали работать, чтобы вы ничего не делали. Да как я буду ничего не делать? У меня график, мне стройку сдавать надо. Ладно, если вам надо работать, работайте, но тихо. Можете просто мешки тихонечко таскать и все. Могу. Спасибо. Пожалуйста. Все в порядке? Давай, мы включаем, да. Как видим, ремонт на мосту кипит, но известные люди уже приехали сюда. И скоро все российские туристы смогут приехать сюда, чтобы отдохнуть свежий крымский воздух. Как вам воздух в Крыму, Сергей?
Это прилет! Не-не-не-не. Спокойно, спокойно, это вылет. Это все в порядке, вылет. Не беспокойтесь, все хорошо, все безопасно. Давайте еще разочек. Давайте. Давайте. Итак, не обращаем внимания, да? А Сергей Псюжев на Крымском мосту, это значит, на мосту совершенно безопасно. Абсолютно. О, мне здається, знов треба штани менять. Не треба, не треба. Треба, треба. 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 Сергей, соберитесь, соберитесь. Нам от вас нужна всего лишь одна фраза, что на мосту совершенно безопасно, и в Крыму тоже совершенно безопасно для русских. Я не могу, я не скажу. Ну почему? Я не могу. Ну вы же актер, сыграйте это. Я актер, я говно. Ну вспомните, вы когда-то были хорошим актером. Вспомните, как вы играли тогда. Давайте. Войдите в тот образ, давайте. В тот еще образ. Вспомните давайте. Себя героически. Я актер. О, я актер. Верю. Я. Включай. Что такое? Что ты за дым? Это за дым? Что за дым? Мы что горим. За дым, Василий? Мы горим. Я как айсберг в океане. Все плывет в сплошном тумане. Ничего. Василий, говорю, что это за дым? Это что, короткое замыкание или пожар? Не-не, это дымовая завеса обычно включают перед ракетной атакой. Ракеты! Нет-нет-нет, это специально делают для безопасности, чтобы ракета не увидела мост, она скроется в облачке, понимаете? Да-да, это кто-то умный у вас очень придумал. Так-то в мост сложно ж попасть. А когда есть облачко, хи**ч себе, пожалуйста. А, все, я прятался. Куда? Алло! Бочку не можно, не трогай! Я в бочку, я... Добрый день, а вы кто? Кто? Я прораб Василий. Подождите, но вы же сказали, что вы прораб Василий. Я не так сказал. Я сказал, я за него. Так а кто же вы тогда? Я? Головное управление разведки Украины. Ну що ж, бажаю вам гарних прильотів і учите фразу «Слава Україні!» Героям слава! Слава! Дизель-шоу! 25 грудня, Київ. В день світлого Різдва великий концерт «Дизель-шоу». Найкраще гумористичне шоу України на головній концертній сцені України. 25 грудня. Київ. Палац Україна. Дизель-шоу запрошує. Купуйте квитки. Даруйте квитки. На вас чекають найкращі номери улюбленого шоу. До зустрічі 25 грудня. Дизель-шоу. Добрый день, батюшка, я сяду. Так это же не я, это суд решает. Советую Печерский. Там лучше договориться можно. Да нет, я в смысле рядом с вами-то присесть можно, нет? А, это пожалуйста. Ага. Ну, батюшка, я ж не просто так сел, я как бы хотел с вами, ну, вот это вот обсудить, как бы тут, вот, вот такого. Вот, обсудить. Что? Блин, я просто забыл это слово, как оно называется. Ну, вот у вас оно там так называется, оно у вас есть там, как оно у вас называется? Где у нас-то? Ну, в церкви! Ох, господи, в церкви есть литургия, есть отпевание, есть проповедь, есть заповедь. Не то, вот там, где грех, вот там, где грех у вас, и там, как бы, когда двое закрываются. Послушай, у нас, конечно, бывали такие в церкви случаи, но это не приветствуется. Да ладно, чего мне такой рассказывать? Я же сам видел много раз то мужчина с батюшкой, то женщину с батюшкой. Мальчика я видел даже. Ты иди-ка отсюда, по-добру, по-здорову.
Мне и так надоело это выслушивать в суде. Ты еще. Странный вы какой-то. У меня и жена такое дело у вас. И кум дел. Вообще обычное дело. Вместе? Не, по очереди. Ну, сначала жена с батюшкой, потом этот кум с батюшкой. Ну, лично я просто, я вот не очень люблю это дело. Они говорят, ну, прямо им нравится, помогает. Особенно перед тем, как яйца. Пошел вон отсюда, придурок. Блин, исповедь, вспомнил я, исповедь, батюшка. Блин. Господи, что сложное слово такое. Ну, конечно, сложное слово. Главное, Галентваген я помню. Авторизация я помню. Исповедь, ну оно сложное, но странными буквами собирается, батюшка. Так ты исповедоваться хочешь? Ну, скорее поболтать я просто хочу. Ну, болтай. Все равно делать-то нечего. Ну, что рассказывать? Ну, смотрите, значит, жил я себе нормально. И тут, блин, все как поперло мне, батюшка. Деньги, блин, много денег. И прям столько, что я не видел никогда столько денег. И главное, несут. Представляете, понимаете меня? Ну? Еще как я тебя понимаю. Несут. Ну-ну. Ну, да, у вас же похожая схема, правильно? Ты давай не богохульничай. Похоже. Про деньги я понял. Вижу по костюмчику, что не с рынка, а с последней коллекции. Ну да, я вижу, вы разбираетесь, судя по вашим туфлям. Давай ближе к делу. Ты кто, бизнесмен? Ну, не совсем. Чиновник? Ну, нет. Барыга? Уже ближе. Военком. Да не бойтесь, батюшка, я не за вами. А я и не боюсь. У меня бронь. Не, батюшка, это вы так думаете, что у вас бронь? А я такое ВЛК бронебойное собрал. Она любую бронь пробивала вообще. Серьезно, я вам говорю. Чудеса творила. У кого вдруг вот, бах, и палец отрастал. У кого болезнь страшная пропадала. А у кого кто-то говорил, а что я пойду, у меня трое детей. А тут бац, я делал так, что все трое не от него. Короче, у кого одних брал, другим приписывал. Ну, правильный принцип. Забирай у бедных, отдавай богатым. Слушайте, бабки рекой текли, серьезно. Я уже даже их, даже лопатой этой греб. Серьезно, лопату купил, вот лопатой удобно, оказывается, деньги грести. Все подвалы набил. Что ты мне рассказываешь? У меня совковая лопата для снега. Я хотел у вас спросить, ну вот когда вот такая вот ситуация, как бы, что обычно в таком случае советуют? Обычно советуют второй переход открывать. Прикольно. Не, ну у нас так нельзя, к сожалению. У нас количество приходов строго регламентировано. Ну да. Так а что с деньгами-то ты сделал? На армию отдал? Не, я сначала машину купил. Для армии? Для жены. А потом? Потом бизнес по пошиву одежды и открыл. Одежда для армии? Для жены. А потом дом купил. Для штаба. Не, в Испании. О, так мы еще, прости господи, соседи. Класс! То есть, выходит, ты армии своей никак не помог? Че это? Еще как помог? Я в батальон Монако целую роту отправил. О, этих я знаю. Этих я часто исповедовал. И в Монако, и в Куршавели. Сколько грешников наших там сейчас? Только об этом никому. Да ладно, батюшка, я ж понимаю, одним миром мазаны. Ой, Ли, ты за бабки отмазывал от службы, а мы за нашего главного $1 000 000 внесли, чтобы он продолжил служить. Хрена себе, лям, такой схемы у нас еще нет. Ну, вы молодая организация по сравнению с нами. У меня вопрос. Ладно мне, священнику, но тебе-то, военкому, зачем столько денег? Блин, ладно, расскажу. Значит, смотрите, батюшка, у меня психологическая травма, фобия. Я боюсь пенсию. А чего ее бояться? Она же маленькая. Вот поэтому и боюсь. Я ж понимаю, она маленькая, поэтому я решил все свои силы направить на то, чтобы купить пенсионный фонд. Ничего себе, вы наколядовали. Ну,
Вы знаете, вообще там все так закрутилось, что я опомнился только, когда начал выбирать, какой клуб в Испании себе купить. Ночной? Футбольный. Ничего себе. А почему именно Испания? Ну как, ну, во-первых, это страна НАТО, правильно, безопасно. Ну, а есть и поближе страны НАТО, Болгария, Румыния. А там уже моя жена дома купила. И поэтому мы теперь как бы расширяем наше семейное НАТО на запад. А жена тоже военком? Не, можно сказать, она домохозяйка, начальник налоговой. Да, она, кстати, эти дома у других военкомов покупала. Ну, те, правда, побогаче. Побогаче? Да, я вообще по меркам военком Forbes даже не в первой десятке. Подождите, у вас есть журнал «Военком Forbes»? Не, это мы так нашу закрытую группу в Вайбере назвали. Ага, ладно, так все-таки от меня-то чего тебе надо? Потому что пока на исповедь не похоже, больше на хвастовство. А, ну да-да, батюшка, виноват. Значит, смотрите, мне совет ваш нужен. Потому что сначала мне казалось, что ну прям все у меня зашибись, ну все по плану идет. А тут журналисты налетели. Серьезно. И давай все вскрывать. Откуда машины, откуда виллы, откуда деньги? Вот у вас же наверняка это спрашивали. Вот вы что сказали? На все воля Божья. Не, я тоже так сказал, но мне табло разбили. Вот. И потом дальше стали копать. Откуда деньги? Как ты выезжал за границу? Я говорю, как я выезжал? У меня вообще-то справка, я больной. Ну, наверное, я точно не знаю. У меня в справке написано «сложная форма варикоза». А хрен поймешь, это голова или жопа. Я не сильно разбираюсь. Ну, короче, начали копать и докопались. Ну, вы же меня понимаете. Еще как понимаю. Ко мне сразу с обыском прибежали. Ух, безбожники. СБУшники. И главное, я почти все смог объяснить. Деньги это прихожане мне приносили. Кокаин это диакон перепутал на масленицу с мукой. А драгоценные камни это... А, тоже прихожане приносили. Нет, там другое объяснение было. Вот Иисус из воды вино делал, а я из булыжников алмазы. Класс, правдоподобно. Все бы было хорошо, если бы они в подвалы со слитками не поперлись. Ни хрена себе, у вас подвалы со слитками. Я о таких пока только думал и мечтал, блин. Ну и как вы все объяснили? Всю правду сказал. Была прихожанка у меня, бабка Авдотья. Ага. Говорит она мне однажды, батюшка, только вам доверяю. Вы самый праведный, самый законопослушный. Вот доверяю вам свои золотые зубы. Я говорю, Авдотья, зубы, неудобно как-то. Она говорит, знаю, поэтому и переплавила их в слитки и давай отгружать 2,5 тонны. Подождите, это сколько ж у нее зубов-то было? Ой, да у нее там в 3 ряда росло, там мутация какая-то, даже не знаю. Ее в селе даже называли бабка-акула. Слушайте, батюшка, а если проверят? Да, пожалуйста, могу и адрес сказать. 3-й квартал, 2-й ряд, серебристая уградка. Приходите в любое время, она всегда там. Хитро, батюшка. Слушайте, я прям не понимаю, за что вас тогда взяли? По тупняку. Нашли удостоверение ФСБ. А вот это реально залет. И я главное говорю, ФСБ это филиал службы Божьей. А они нет, не поверили. Ну да, слушайте, перестала система как-то доверять своим верным слугам. Да. Мне теперь тоже стрёмно, знаете. Ну вот тут останусь, посадят за то, что ну отмазывал тех, кого надо. А если на фронт пойду, ну типа на фронт, естественно. Спросят за то, что незаконно мобилизовал тех, кого не надо. Ой. Да, ждет тебя суд народный, а меня еще того хуже. Божий суд. Я ведь только здесь в Бога начал верить-то. Слушайте, батюшка. А можно вам вот ну, такой личный вопрос? Валяй. Можно, да? Вот смотрите, ну вот, допустим, я умру. Что значит «допустим»? По-любому умрешь. Солдаты с фронта вернутся, они тебя и в Испании найдут. Не, я не об этом.
Я вот, мне, чтобы в рай попасть, мне вот с кем там порешать можно? Не волнуйся, там за тебя все порешали. А, не, ну я серьезно, там есть к кому обратиться? Там единое окно. А, не, мне так что, без очереди, ну, может меня там кто-то встретить? Встретит тебя, апостол Петр встретит. А, и то есть с ним можно порешать, да? Не нужно ничего решать. Он задаст тебе пару вопросов, как жил, что хорошего в жизни сделал, и все. А, понял, анкетирование. Анкетирование. Все, тогда мне осталось только понять, ну, чтобы в рай попасть, нужно ли проходить медкомиссию. Ты не волнуйся так, сын мой. Вообще не парься. Все равно в рай военкомов и гаишников не берут. А гаишников за что? Бог знает, не того остановили, наверное. А можно и мне личный вопрос? Да, пожалуйста, конечно. А можно через тебя выезд за границу порешать? Блин, батюшка, ну вот прям вот через меня сейчас, конечно, будет проблематично. Но я могу у своих спросить, а вам куда именно там? Что, Польша, Румыния, Молдова? Запоребриковое государство. Блин, ничего себе, у вас что, русский паспорт? Типа у тебя нет. Нет, я патриот. У меня испанский. Ну, я еще до войны получил. Господи, что мы с тобой делаем в этой стране? Что мы делаем? Походу сидим. Сидим. Ага. Так, Гусаров и Попов. Ага. Еще 5 хвилин и убит. Я сколько раз говорил не Попов, а Попов. Я тебе Сраковым называть буду. Ще раз почую ворожу мову. Взагалі залиштесь без обіду. 5 хвилин прогулянки і по камерах. Як скажете? Добре, добре, добре. Добре. Ну, до речі, в камері хоч це є. Wi-Fi. Рахунок хоча б перевірю. Тому що, знаєте, мені ж досі кидають гроші. Ну, так. Схема працює. Так, в камерах дуже зручно. Ага. Класна ідея з цими платними камерами. Хто придумав, за цього треба молитися і молитися. Це, до речі, мій знайомий воєнком відкрив, так? Тільки дорого тут. А скільки? А ви що, не знаєте? Так не я ж плачу за себе, а наша організація. А, вам легше. За мене жінка платить. І постійно жаліється, що в Іспанії вілла дешевше, ніж тут камера. Так, в Україні все дорого. Ага. Вітаю вас, шановні. О, вітаємо. І... дуже поважні в певних колах люди. Чому це? Ну, разве тут? Ну, а, так. Так, так. Сідайте, будь ласка. Новенький? Ой. За що? Ну, ні за що. Суддівський произвол. Безпреділ. Та ви що, прям як в нас? Ні, ну, уявіть собі, в країні війна. Кожен день бомби, ракети. А я... саме та єдина людина, хто вирішив облаштовувати бомбосховища. Свята людина. Барабани туди, самі дорогі, пательні, за 750 тисяч. О, слухайте, я знаю, в мене така, вона дуже зручна, в мене в Іспанії стоїть. У класно. Нас в лаврі 2 таких. Пилососи, комп'ютери, картини, пароварки. Ні на чому не економив, а вони мене в тюрму. І не кажіть. Я все для людей. Купив 15 головоломок, майже за 1 мільйон. Зараз мені вже цікаво стало, що то за головоломки за 1 мільйон. А оце перша головоломка. Все для них. Навіть почав будувати бомбосховище в Закарпатті. Навіщо? Ну там вже майже тихо. Все одно сикотно, коли ми туди на відпочинок їдемо. Віп, сховище з басейном, спа. Слухайте, давайте, коли ми вийдемо звідси, ми всі разом поїдемо, запрошення зробите нам? Боюся, що не вийдемо. Як не вийдемо? Мені треба. Я там на 5 мільйонів дронів для армії купив. Та ви що? Так, вже навіть завіз, розмитнення зробив. Трохи не встиг продати цим волонтерським фондам. Ой, там зараз такий ажіотаж на них, а я тут застряг. Втрачаю гроші. Непоганий бізнес. Я не розумію, ви майже свята людина. За що вас сюди? Перегнув трошки. Зробив платний вхід до бомбосховища в Києві.
Ні, ну це все одно для їхнього блага. Так. Так, Україна така багата країна, що і воює, і ще й грошей вистачає таких, як ми, годувати. Правда, батюшка. На наш вік вистачить, а там гори воно все вогнем. Гори воно все вогнем. Так, прогулянка закінчилась. Оце слухаю я вас і розумію, що немає вже більше іншого виходу. Батюшка, сповідайте цих двох і самі помоліться. Ви не маєте права. Це не за законом. Це зверху так вирішили? Ні, особиста ініціатива. Послухайте, а може нас просто на фронт відправити і все? А навіщо зрадники на фронті? Щоб на ту сторону було ближче бігти? Ні, в нас воюють ті, хто збирається в цій країні жити, а вам на неї начхати. Зараз на фронті б'ються найкращі чоловіки, а таких, як ви, можна і в тилу розстріляти. Бо поки там за вас хлопці в окопах свої життя кладуть, ви тут липовими довідками торгуєте. Я готовий відпрацювати. Я хороший менеджер. Від таких хороших менеджерів страждають і армія, і вся країна. Вам краще інше слово більше підходить на «М». Бо заробляти під час війни на зброї, на армії та бомбосховищах можуть лише мудаки. Ой, я так важко заробляв ці гроші. Нічого. Разом з ними ми вас і похоронимо. Так, може мене пожаліти? Ну, його зрозуміло, за що? А мене? Я ж нічого такого не робив. Не зробив? Та одна ваша проповідь гірша, ніж 100 снарядів. Бо вона виправдовує війну. Виправдовує ворога. І взагалі ваш московський офіс благословив орків на знищення українців. Не буде вам прощення ні від народу, ні від Бога. От знаєте, я з вами погоджуюсь. От треба їх посадити в тюрму, от, або розстріляти їх краще, а мене просто залишити в тюрмі. Можна так зробити? Угу. Ще не вистачало годувати вас за народні кошти. Недарма кажуть, війна – це очищення нації. На долю українців випало будувати нову державу і зрозуміти. Своя держава і своя земля даються не референдумами чи подарунками царів, а тільки пролитою кров'ю в бою. І української крові було пролито вже доста, щоб змити увесь цей шлак з нашої землі. Усе, рушаймо! Куди? Пішли, пішли, оформлю вам квитки. За кордон. Ні, це квиток в одну сторону. І не таких, як ви, у нас квитків вистачить. Вперед! Ё-моё. Ну всё, нам капец. Он в руки автомат взял. И что? Он без магазина. Ну, он ж, смотри, какой злой. Может, прикладом втащить или дуло всунуть. Куда? Ну, куда? Как это работает? Чётко и слаженно. Это же автомат Калашникова. Я знаю, что это. Почему я не могу вас расстрелять? Вообще, не надо вам оружие в руки брать. Отдайте его вашей любимой белорусской армии. Нет, вас нужно расстрелять. Я из-за вас ночь не спал. Ладно, давайте по порядку. Где ядерное оружие
который передала нам Россия. Александр Григорьевич, разрешите доложить? Докладывай. Ситуацию пояснит министр МВД. Ну, что молчишь, как будто молочки в рот набрал? Давай, сглатывай и говори. Тебе не впервой, давай. Александр Григорьевич. Я уже 300 лет, Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, ядерное оружие мы понимали. Что вы сделали? Передали? Кому вы передали? Нам его передали. Я в курсе. Узкие. А мы его поймали. Проиграли? Карты вагнеровцам? Я ж сказал вам не играть с ними в карты. Ну какой идиот сядет играть в карты с зэками? Я вот две партии буквально сыграл. Теперь вагнеровцы у нас будут жить в Беларуси бесплатно целых полгода. Гош, не проиграли. Проиграли. Я не понимаю, перепродали? О, Господи, лучше бы перепродали. Он хочет сказать, что ядерное оружие мы потеряли, но в более грубой форме. Поймали. Поймали. Как? Как можно было потерять ядерное оружие? Александр Юрьевич, разрешите доложить? Докладывай! Это все они виноваты. Что? Почему это мы виноваты? Мы чего? Милиция и военные, они сопровождали груз. Мы КГБ все четко сделали. Карты им нарисовали. Секретные! Да вы такие секретные карты нарисовали, что мы их расшифровать даже не смогли. Да. Мы уже думали по звездам ориентироваться. Так а что ж вы не сориентировались? Потому что мы днем ехали. А какого хрена вы ехали днем? Александр Григорьевич, ночью страшно. Ну, мало ли там какие-то партизаны там. Ты же мне давеча докладывал, что в Беларуси нет никаких партизан. Нет, нет. Ну, нет, нет, да и да. Вы вообще понимаете, что будет, если там за бугром узнают, что у нас пропало ядерное оружие? Они же ржать над нами будут. А, ну то есть ничего не поменяется. Ну, да. Отставить! Беларусь — это сильная держава, которую боится весь коллективный Запад. Я сейчас сказал что-то смешное, генерал. Ну это же анекдот. Ты идиот! Александр Григорьевич, мне кажется, не надо нервничать. Ну, это ж как бы не иголку в стоге сена искать, правильно? Вот именно! Конечно, это ж здоровенные машины со здоровенными ракетами, правильно? Огромные! Вот, я с вами согласен полностью. И где они? Неделя уже прошла. Докладываю, значит. Мы прочесали все стога сена вдоль всех дорог Беларуси. Ну? Нашли две иголки. Цыганская одна такая. Ракет нет! Как сквозь землю провалились? Ты у меня сейчас под землю провалишься, генерал. Если вы сегодня же не найдете мне ракеты. Вы, милиция, вы что делали? Вы же должны были провести какое-то расследование. Вы его провели? Нет. Зачем? Вы нам говорите обычно, кого в тюрьму сажать. Мы того и сажаем. Александр Григорьевич, ну 25 лет уже так. Ох, разбаловал вас, разбаловал. Слушайте, я предлагаю еще немножечко подождать. Чего? Может быть, кто-нибудь найдет, принесет в бюро находок. Вы чего, идиот, что ли? Какое бюро находок? Спасибо. Это ядерное оружие, это огроменные ракеты, зеленые такие длинные. Спасибо, генерал. Объявление в газету давать надо.
Пропали ракеты. Длинные, зеленые, такие большие. Нашедшему вернуть за вознаграждение. Мы так два танка нашли. После учения. Хорошо, генерал, мы дадим объявление, а рядом дадим твой некролог. Я спрашиваю последний раз. Куда делось ядерное оружие? А? Александр Григорьевич, ну мы скоро выясним, правда? Когда скоро? Когда увидим ядерный грибок над Москвой? Или когда прочитаем заголовки газет? Все, Кремль разрушен до основания, ракеты вернулись на родину. Александр Григорьевич, не дай бог, конечно. Хотя этот вариант мы рассматривали как основной. Дима, ты дебил? Вы тут все дебилы? Секундочку, я идиот. Сядь! Ладно, я сейчас сам проведу расследование. Давайте с момента пересечения границы. Что было дальше? Значит, смотрите, они нам их передали, а мы, значит, их потом везли-везли. Везли-везли и увязли. Где увязли? По дороге. Где вы могли увязнуть? У нас прекрасные дороги в Беларуси. Я лично проверял. Так мы ж через лес везли. А какого черта вы ехали через лес? Боялись, чтоб не стыбзили. Помогло? Нет, стыбзили. Сядь уже. Вы, КГБ. Куда смотрела КГБ? Ну как куда? За оппозицией? Ну вы же сами нам говорили. Запомни, Димочка, белорусская оппозиция страшнее, чем ядерное оружие. Вот так вы сказали. Я не так говорю. Вы так говорите, Александр Григорьевич. Он не так, а вот так разговаривает. Ой, никогда, что у него горло село. Горло, чуть-чуть сиплости. Ше мягче. Не закройте рты! Идиоты. Слушайте, Александр Григорьевич, а может это вагнеровцы сперли? Да зачем оно им надо? Ну, чтоб напугать Герасима и Муму. Кого? Герасима и Муму. А, вы же не знаете, это по кличкам мы их так называем. Чтоб напугать Герасимова и Шойгу. Ну, типа такие, давайте нам снаряды, или мы вас зафигачим ядерной бомбой. Ой, что вы несете? Что? Вы что, вообще уже идиот? Это же ядерное оружие, это сложнейший механизм. Спасибо, генерал. Мы, военные, до сих пор с ним не разобрались. А зэки что? Да они просто могли бы колеса с машин поснимать или магнитолу выкрутить. Кстати, дайте ориентировку по всем авторынкам, пусть ищут магнитолу. Каким авторынкам? Идиоты. В России уже кто-то знает об этом? Нет. А Муму? Шойгу? Да он даже не знает, что эти ракеты передали. У них там такой в армии бардак. А у нас прямо порядок. Да. Мы прям молодцы, огурцы. Да. Да сядь ты уже, генерал штопанный. А Александр Григорьевич, на самом деле не все же так плохо. И из 5 ракет у нас же 2 осталось. Так что ж вы молчите? А какие именно? Тополь и Сармат? Поломанная и надувная. Я сейчас одного из вас поломаю, а одного надую. Меня ломайте. А меня пронесло. Я вообще не понимаю, зачем нам надувная ракета? А то, что у нас 2-й год надувные танки на границе с Украиной стоят, вас это не смущает? Не смущает. Разрешите? Это еще кто? Это наш специальный посыльный по специальным поручениям. Докладывай. Александр Егорович, у меня 2 новости, хорошая и плохая. Давай с хорошей. Наши специалисты поломанную ракету починили. О, видите. Ну вот, можете, когда захотите. Да. А какая плохая? У них получился трактор. Господи, что ж за страна-то такая? Что не делают трактор, получается? Я надеюсь, он хотя бы ядерный? Никак нет. Он получился сгоревший. Что значит сгоревший? А что случилось? Ядерная реакция? Не совсем. Наши специалисты испугались вашей реакции, возможной, и на всякий случай его сожгли. Ну-ка, дуй. В тюрьму? Нет, пока.
дуй отсюда, а вот вы у меня сядете. Вы у меня крепко сядете. Александр Григорьевич, ну если уж так получилось, что эти ракеты пропали, может, это знак, может, они нам и не нужны вовсе. Что значит не нужны вовсе? А я зачем полгода Путину усами там щекотал? Ого, так это правда? Правда, усами. Вы что там болтаете? Я же не своими усами щекотал. Я Пескова использовал в качестве посредника. Ну, понятно, да. Не, ну честно. Да все, проехали уже, проехали. Забыли. Вот не зря мне этот сон приснился. Страшный. Жизненный. Будто бы мне Путин отдал все ядерные ракеты со всей России. Я ему говорю: Вова! Да, я его так называю. Вова. Во сне, конечно. Я ему говорю: Вова, а зачем мне столько? А он говорит: берите, берите. У меня со страной непонятно, что будет, а у вас по-любому не потеряется. Ага, не потеряется. Дает мне чемоданчик ядерный. Я говорю: я же не умею этим всем пользоваться. Он говорит: там ничего военного, одна кнопка, не промахнетесь. Ну, я беру ядерный чемоданчик, еду в Минск. Ну, правильно, вы же в Минске живете. Вот ты вроде поумнее, я тебе рассказывать лучше буду. Так вот, приезжаю я в Минск, открываю этот ядерный чемоданчик, а там не одна кнопка, а две. Одна с газом, вторая без. Ты идиот? Вы так ему сказали? Ты идиот! Вы два раза ему так сказали. Ладно, да, так и сказал. Ой, классно. Так вот, я гляжу две кнопки. Одна красная, другая черная. Вы как интересно. Я звоню, говорю: Вова, так а что ж ты меня обманул? Тут же две кнопки, какая из них какая? Он говорит: вот нажмете, тогда и узнаете. Интрига. Интрига. Ага. Дай, думаю, нажму. Ой. Жму на красную. И что? Ничего. Ух ты. Жму на черную. И что? Ничего. Ничего. Ух ты. Тогда я на две одновременно. Хрясь. А и что? И тут из шахты ракета как пойдет и как шандарахнет, и прямо мне у трусы. Я просыпаюсь, и действительно, ракета у трусах. Вот к чему этот сон? Александр Григорьевич, говорят, если говно снится, это к деньгам. Ты что, Путина говном назвал? Даже я себе во сне такого не позволяю. А ты представляешь себе, что будет, если это говно, Владимир Владимирович, сейчас позвонит и скажет: ну-ка возвращай взад все ядерное оружие. Что я ему скажу? Что? Скажите ему: подарки не отдарки. Только полный имбецил сможет такое сказать Путину. Я идиот. Я в курсе. Но я так вам скажу. Повезло вам, что у вас есть армия. Мы, значит, проведем спецоперацию, поедем в Кремль и выкрадем тот трактор, который вы подарили Путину. А это зачем? Как зачем? Он вам позвонит, спросит: где мои ядерные ракеты? А вы ему: а где мой трактор? Хоп, 1-1. Нет, вы вообще конченые. Это же моя любимая песня. Так это... Александр Григорьевич, это телефон. Черт, это ж Путин звонит. Ну точно он. Ну, я думаю, какое-то время мы выиграли. Да. Значит, ты ж зараза. Да как же ж ты
Что ж ты хочешь от меня? Отстань уже! Алло. Отвяжись! Да, здесь. Гнида ты маленькая! Сейчас. Карлик! Бункерный дед! Червяк! Говно такое! Ненавижу тебя! Диктатор! Это вас, Александр Григорьевич. Кто это? Путин. Алло! Владимир Владимирович, а я как раз о вас стихи сочиняю. Мой телефон на зарядке. Владимир Владимирович, да-да-да, все получили, спасибо большое. Что? Как возвращать? Так, подарки не отдарки. О, отлично. Так вы меня еще не называли. Даже во сне. Так сфотографироваться? Это как фотографироваться с ракетами? Да, да, сейчас сделаю. Вот только надую, надену штаны. Я же в туалете. Слышите, эхо какое? Ой. В общем, перезвоню, как только сфоткаюсь. Целую, люблю. Ой, спасибо большое. Кем я окружил себя? Сплошные дебилы и идиоты! Что делать? О, пульс. Ну все, давление. Есть идея. Значит, давайте скажем, что мы их использовали. Если бы мы их использовали, уже все устали. А мы скажем, что мы ими стрельбанули, а наше ПВО их сбило. У русских так часто бывает, они поверят. Версия хорошая, но... Разрешите? Ну, докладывай. Две новости. Хорошая и плохая. Давай на этот раз с плохой. Все пропавшие ракеты нашлись. О, так... Сынок! Ничего себе! Я тебя сейчас расцелую. Отойди. Кем ты был до этого? Ну, как бы никем. Теперь ты кто-то. Поздравляю. Спасибо. А чё ж плохая-то новость? Хорошая вроде. Так это... Все ракеты нашлись в Украине. Где в Украине? В Черниговской области. В полной боевой готовности. Какая хорошая. Ну так в Украине-то точно они никуда не пропадут уже, а? Ну-ка, дуй. В тюрьму? Дуй в ракету! Надувай, сейчас фотографироваться с ней будем! Для Путина? Нет, блин, для одноклассников! Понял. Так, сколько нужно времени для того, чтобы сделать точно такую же ракету? Иран 40 лет делает, никак не сделает. 40 лет, это долго, мне надо быстрее, пока я ищу президент. А, то есть, получается, по времени мы не ограничены, да? В принципе, да, молодец. Ага. Но я бы не затягивал. Не затягивайте. Разрешите. Так. Ну. Две новости. Плохая и плохая. С какой же начать? А давай с плохой. А нет, давай лучше с плохой. Прекрасный выбор. Сфотографироваться на фоне надувной ракеты не получится. Почему? На ней кто-то написал «На Москву». Кто? 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 Я вообще писать не умею. Какая вторая плохая? Надуваемая ракета постепенно приходит в боевую готовность. Ну, это же неплохо. В ответ НАТО привело в боевую готовность все свои ракеты, но они у них не надувные. Ну-ка, подстой! Куда? Никуда! А ракету подстой! Быстрее! Так, а нам что нам? Делать, а? Вы как хотите, а я подстую в бункер! Мы с вами в бункер! Дизель-шоу! Запрошуємо! На великий різдвяний концерт «Дизель-шоу» 25 грудня у палаті «Україна»! Україна!
Димас! Чё? Я что-то не поняла, о чем вообще едем? Блин, ты нормально? Я тебе три раза объяснял, что мы едем, потому что мы едем. Блин, ты говоришь прям как Песков. Чё, блин? Кто, блин? Я вообще не понимаю. Ты говорил, что мы патриоты. Блин, да, мы патриоты, но кто знал, что и патриотам будут выдавать повестки, ну? А чё мы-то на машине едем? Мы что, не могли на самолете полететь? Ты нормально вообще? Ты знаешь, какие сейчас проблемы с запчастями для самолетов в России? Скоро у нас, блин, ездить на самолете будет то же самое, что ездить на рейсовом автобусе. Ты же говоришь, что наши русские самолеты летают лучше всех. Да, но оказалось, что они и падают лучше всех. Не напоминай про этого Пригожина. Да не боись, не ты. Мы вообще сейчас эту латышскую таможню проскочим молниеносно, не заметим. Они что, тормознутые шпротоеды, правильно? Вот, вот. Там знаешь, как будет? Лайма, ты что-то заметила? Ой, Валдис, я ничего не заметила и ничего не слышала. Валдис, ты это слышал? Да, Лайма, я еще это и видел. Так хорошо вовремя случайно уронить ручку. Да, и не очень быстро ее поднять. Капец, они все слышали. Ну да, блин. Не все, только то, что нужно. Скажите, пожалуйста, откуда и куда вы направляетесь? Давай. Короче, мы едем из России. Достаточно. В смысле достаточно? Вы даже не дослушали, куда мы едем. И не надо, вы уже приехали. Слышь, латыш, ну, это какое-то недоразумение, да? Согласен, но зачем так говорить про свою супругу? Чё сказал? Чё ты будешь так стоять? Давай иди разберись. Да спокойно, я разберусь, чё ты стартуешь вообще. Слышь ты, медляк, меня послушай, это давай нас это, ну типа, пропускай по-быстрому, о? По-быстрому. Через Прибалтику. Ха-ха-ха. Ой, ну короче, мы знаем, что это все просто анекдоты про вас. На самом деле вы вообще не такие. Хорошая попытка уладить отношения, но по-быстрому через Европу не получится. А куда получится? Обратно, в Россию. Блин, слышь, ты, братан, ну ты давай, ты перестань это, да, ладно? Ну ты вообще, ты что, забыл? Ты не горячись, мы же с вами эти братские народы, да? Не дай бог, вы уже украинцам так говорили, вот результат. Блин, хорош, ты знаешь, что мы такие? Мы русские, мы фашизм победили, мы. И забрали его себе как трофей? Скажите, почему вы уезжаете из своей великой России в нашу загнивающую Европу? Потому что мы туристы. Туристы мы. Мы просто туристы. Туристы мы. И у вас наверняка есть какой-то простой способ прохождения границы. Конечно, есть один способ. А, чтобы по-быстрому пройти, да? Ну да. Чтобы быстро пройти. Нужно? Нужно оплатить. Европа, да? Европа. Оплатить. Взятку надо дать. Поняла? Ты поняла? Взятку, баблища нам. Ну давай, говори, кому сколько, ну. Это не нам. Ну что ты втыкаешь? Что я втыкаю, не втыкаю? Что-то мне сыкотно туда денежку класть. Сыкотно будет, когда вы из Европы вернетесь в свой Воронеж, а там уже ЗСУ.
Может, мы вообще в Россию больше не вернемся? Ты че, чокнутая, блин? Мы обязательно вернемся. Сплюнь, блин. Ты нормально? Три раза надо сплевывать. Вот. Блин, короче, ладно, я кидаю денежку, хрен с ним. Давай, потому что, может, вообще некуда будет возвращаться уже. Прекрасно. Ну, можешь теперь там оформляться и проходить. Прекрасно то, что теперь вы и в России не сможете вернуться. Чё это? А у нас тут камеры работают с прямой трансляцией. Сука. Так, начнем. Имя, фамилия. Ой, блин. На, читай, те. Диктуй, те. Пишите. Имя. Дми. Да. Три. Да. Е. Да. Проверяйте. Проверяю. Дми. Да. Три. Да. Е. Ой. Что? Правильно. Блин, вы что, издеваетесь, а? Теперь фамилия. Давай, записывай, сразу диктую. Ху. Все. Что, все, блин. У нас обед. Обеда! Тогда пересменка. Ну и как надолго? Смена должна вот-вот подойти. Да, где-то через 2-3 недели. Послушайте, ну вы же образованные европейские люди. И вы жалитесь над глупыми, неадекватными русскими. Какая хитропопая женщина. А, мне уже самому интересно. Цель вашего визита в страны Евросоюза. А хрен ты меня здесь подловишь, понял, да? А мы без цели едем, понял? Где планируете останавливаться? Ну, короче, у родственников в Чехии. Ага, они русские? Конечно, русские, не латыши же. Тогда нам нужны их данные. Блин, для давай, уточнения. На, вот, все. Алло, Карел? Да, это Валдис, Латвия. Есть новые кандидаты русские на депортацию. Адреса сейчас скину. Блин. Вы выезжаете на автомобиле? Да, на автомобиле. По правилам на территорию Европейского Союза нельзя заезжать на машинах на российских номерах. Так у нас Лада! Это вообще даже не автомобиль! Слышь, коза, ты что несешь такое? Это охрененный автомобиль, ты нормально? Это вообще великий автомобиль, блин! Согласен. Тогда пусть остается в великой России. Зачем вывозить мусор из дома? Поедем дальше. На этом. Так это чемодан. Ядерный. Слышь, стендапер, с вещами. Вот и посмотрим. Не переживайте, мы пока что будем осматривать вещи. Нормально. Но если вы будете плохо себя вести, то... Ух, да у нас там вообще ни хрена нет! Да. А вот это подозрительно, поэтому мы должны вас задержать на 72 дня. Может, на 72 часа? У нас в Прибалтике так быстро дела не делают. Нужно было ехать через Украину, быстрее было бы. Ага, чтоб нам там люлей надавали. Не волнуйтесь, за 72 дня в Прибалтике тоже многое может случиться. Ой, короче, извините, извините, извините. Пардоньте, пардоньте, пардоньте. Все, можете нас теперь пропустить? Мы же извинились. А мы вас еще не извинили. Тормозим. Так, давайте сюда чемодан.
Чё ты стоишь, давай ставь. Ну твой чемодан ты и ставь, чё ты на меня это? Блин, ты мужик или я? Я мужик, чемодан поднимай ты, ну. Слышь, ты козёл. Коза. Козёл. Коза. Я тебя люблю. Я тебя. Короче, у него просто грыжа. Помочь? Спасибо. Итак, вы можете провозить только то, что принадлежит вам. Так там все принадлежит нам. Там фен, плойка, косметика и шмотки. Нет. Фен немецкий. Духи французские. Вещи польские. Ролекс китайские. Ты же говорил, что он швейцарский. А, хотя у тебя там всегда на полшестого. Разрешено провозить только то, что принадлежит именно вам, русским. А, знаю. Лада! Лада, Жигули, русский автомобиль, понятно? У вас волжский автомобильный завод. Хотя странно, его же Тольятти производит, должен называться ТАЗ. Но хрен с ним. В любом случае, вас, наш русский автомобиль. Нет. Жигуль — это Фиат, он итальянский. Сука! А что тогда принадлежит только нам? Тюрьма Путин-балалайка! Ты что-то брала с этого? Итак, это чья? А разве не видно? Ну мы же Европа. По вашему мнению, у нас в это может ходить кто угодно. Это ёная! Это моё иное. Хорошо. Это можете оставить себе, чтобы потом не говорили, что Латвия оставила русских без трусов. Так, это что? Ты нормальная вообще, блин? Я давайте объясню, что это. Это туалетная бумага, да? Вытирать жопу, рот и руки именно в этом порядке. Изымаем. Нельзя. Бумагу... Лопух вам можно. А что, это тоже нельзя? Нельзя. Шотландский. И косметику мы тоже забираем. Ой, да подавись, тебе нужнее. Я и так хотела выглядеть натурально. Хорош, если вы косметику забираете, алкоголь-то верните, вы же тут видите, ну... Что, офигел? Да ты офигел, ты себя в зеркало видела? Я себя по-трезвому никогда ну не вот видел. Видишь, какой тебе это. И вообще весь чемодан мы забираем. Капец. Блин. В качестве компенсации можем вам дать банку шпроты. А нахрена они нам? Ну. Ай-яй-яй, совсем дружить не хотите? Ну и короче, хорошо, купим себе там новые шмотки в Европе, ага. Ну и что, теперь можете нас пропустить? Вы думали, так легко отделаетесь? Блин, что вы еще хотите? Че? Да что это такое? Вы что? Добро пожаловать в Латвию! Вы что, хотите, чтобы мы разделись? Мы не хотим. Закон требует. И что нам делать? Что делать, что делать? Снимать трусы и бегать. За ширмой. Блин. Капец. Знаешь, Валдис, как называют русских в Европе? Как лайма? Шпроты. Почему шпроты? Потому что они хотят жить в масле, но давно все без головы. Тогда наша задача не выпускать их из банки. Все, можно нам уже ехать, блин? Ну, конечно. Конечно же нет. Зачем такие, как вы, в Европе? Возвращайтесь в свою великую. И как раз выглядите, как коренные русские, без импортных вещей. Деньги ваши мы тоже конфискуем, потому что они американские и европейские. Единственное, что мы можем вам оставить, это ваша любимая карта МИР. Сука! Да. Вы не можете нас задержать, потому что нас ждут родственники в Чехии. Конечно. Мы же не звери. Мы их к вам доставим, Воронеж. Депортируем.
Можете ехать из нашей загнивающей Европы и в свой распрекрасный Воронеж. Купец, это из-за тебя все! Из-за тебя! Из-за тебя! Из-за меня! Козел! Сюда иди! Козел! Сюда иди! Еще полгода, Валдис, и мы получим все репарации от России за 100 лет. Да, и передадим их Украине на борьбу с такими вот терротуристами. Дизель-шоу. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Боже, 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 Александр Григорьевич, что с вами такое-то, а? Вообще никакой реакции ни на что. Боже, боже. Так интересно, интересно. Боже, боже. А я всегда мечтал об этом. Никакой реакции, это хорошо. Это хорошо. Так а как насчет слуха? Тихановская. Боже, никак не реагирует. Путин просил вернуть долг. Странно. После этого он даже из глубокого наркоза выходил. Нужно что-то посильнее. Живе, Беларусь! Угу. Основные рефлексы присутствуют. Так, интересно. Полк Костуся Калиновского. Чувство страха присутствует. Это хорошо. Так, а что у нас с болевым порогом? Интересно, интересно, интересно. 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 Евгений Михайлович. А. У нас вообще тут везде камеры. Да? Угу. Ой, а я хотел просто таракана прихлопнуть. Я вижу. Я не этого, я усатого такого. Евгений Михайлович, вы каждой фразой только хуже делаете. Да? Да. Ну, я тогда... Отложите кувалду. Скажите мне, ну как он? Ну как? Ну видите, никак. Ни хуже, ни лучше. Просто так лежит и все. Думаете, в этот раз все серьезно? Да, да, уверен, что все серьезно. Доктор, можно сюда? Конечно. Послушайте, а может быть, он притворяется? Ну, потому что в Москву ехать не хочет. Нет, нет, нет. В этот раз уверен на 100%. Слушайте, а вдруг он нас проверяет? Ну вот, двойника прислал, сейчас сам где-то за шторой стоит, подслушивает. Нет, нет, это оригинальный. Ага. Да, да, потому что двойнику чип в Москве не вставляли. А у этого, идите, посмотрите, вот, чипированный, видите? Ничего себе, как у собаки, у гастронома. У кого? Неважно, доктор. Послушайте, так что, он все время лежит? Он хоть куда-то ходит? Ну, в основном под себя. Я обвожу одного защитника, второго защитника. Удар! Гол! Беларусь чемпион НХЛ Восточного дивизиона! Доктор, а это нормально? Это нормально. Ага. Мы сегодня уже 8 раз чемпионами по хоккею мира становились. Да, да, да. Блин, хоккей! Сегодня же хоккей. Если он туда не придет, представляете, какая паника начнется? Ничего страшного. Блин. Один раз пропустит. Ага. Замените на кого-нибудь. Доктор, если бы его так легко было кем-то заменить, мы бы эти 30 лет не мучились. Александр Григорьевич, если что, я про хоккей. Не бойтесь, он вас не слышит. Но видит. Не видит, а... Непроизвольное открывание.
Ну, как у ракушки, знаете? Понятно. Да. То есть он в коме, получается? Он в коме, да, он в коме. А из-за чего? Что у него? Инфаркт, инсульт, это опять обострение геморроя? Что у него? Ядерное оружие. Ну, что он, облучился? Навернулся. Это как? Ну, нам же ядерку передали. Ага. Ну, вот он полез на ракету сфотографироваться. Ну, а вы знаете, Александр Григорьевич у нас скользкий тип. Вот он подскользнулся и как ляпнется головой об асфальт. Ой. Сильно ударился? Сильно, сильно. Асфальт придется менять. Я имею в виду, первый сильно ударился, пострадал. Состояние у него какое? Состояние? Ну? Ну, говорят, долларовый миллиардер. Доктор, соберитесь, я про здоровье! А, вы про это? Да. Ну вот, пожалуйста, если вы про здоровье, вот его история болезни, пожалуйста. Ого! И это только за сегодня. Нифига себе. Да. Так, посмотрим. Паркинсон, Альцгеймер, деменция, синдром Драника. Стоп. А что за синдром Драника? Это его личная просьба. Он сказал, обязательно что-нибудь белорусское внесите. Отечественные придут, так сказать, понимаете? Слушайте, доктор, я на все это смотрю. Может, он уже как бы того? Ну, того. Хотя, с другой стороны, как того? Приказа же все из Москвы не было, правильно? А что, он без приказа не может коньки отбросить? Нет, конечно, есть субординация. Все четко договорено. Сначала Путин, потом наш. Хотя мне рассказывали историю лет 20 назад. Он вот так же вот заболел, и вот на 5-е сутки доктор наконец сказал, все, кладите в гроб. И что? Ну, а вот этот с утра в гробу просыпается такой, ой, ничего себе, как я выспался! А, и спина у меня уже не болит, будем делать гимнастику. И тут министр обороны поставил, тут министр культуры, и давай танцевать ламбаду. Ну, так рассказывали. Ничего и себе. После этого он каждый вечер просил снова положить его в гроб. Зачем? Ну, надеялся, что хоть так геморрой пройдет. Я тебе и понял, почему те, кто давно здесь работает, говорят, в гробу мы его видали. А-а-а. Точно, точно. Слушайте, что нам делать, скажите мне? Я не знаю, вообще-то вы у нас доктор, вот и скажите, что делать. Может, ему там на капельничке что-то подкрутить, и он... Так это что? Это белорусская молочка. Молоко. И что, помогает? Нет, просто он улыбается чаще, и стул легче идет. Слушайте, а может его действительно это отключить? Да пока нельзя, мы ж преемника еще не выбрали, он же всех посадил. Ну как, а Коленька? Ну класс, ну уж лучше он в таком состоянии, чем Коленька. Коленька, Коленька, сынок, выйди из комнаты, тебе еще рано на такое смотреть. Владимир Владимирович, раз уж мы остались наедине, я давно хотел вам сказать... Что вы делаете? Я же еще брючки не снял. Владимир Владимирович! Это он что, бредит? Воспоминания. Что-то из первых встреч с Путиным. Так я так и не понял, он что, нас слышит? Слышит, но неосознанно, понимаете? Ага. Да, да, да. Вы там поторопитесь, потому что я долго это скрывать не смогу. Ну вы постарайтесь, потому что еще, не дай бог, об этом украинцы узнают. Ой. И что, нападут с 4 направлений? Как они нападут, если направление только он знает? Я сейчас покажу, откуда готовилось нападение. Где моя карта? Где карта, Билли? Черная метка! Черная метка! Нет! Если поляки про это пронюхают, они же на весь мир скажут, что Лукашенко теперь как ООН. Такой же беспомощный и никому не нужный. Слушайте, а что у него вообще с анализами? Нормально у него все с анализами, все хорошо. Просто ему часто кошмары снятся. А-а-а. Ну, после того, как он отказал Путину войска вводить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Володя, не вводи так быстро! Чуть помедленнее, Вова! Чуть помедленнее!
Блин, ну капец ситуация, а? Даже непонятно, никаких инструкций он не оставил. Если бы хоть какая-то записка была, я не знаю. Ну... Нет, ну записку он оставил. А чё ж вы молчали-то? Вы прочитайте. Если вы это читаете, меня уже нет. Ничего своими грязными вонючими руками не трогайте, сейчас вернусь. Ну, спасло вас? Бред какой-то. Ну что тут, как дела? Там народ взволновался. Спрашивают, где батька делся. Ну, вообще-то вы у нас пресс-секретарь. Вот вы и скажите, что он занят важными государственными делами. Какими? Молочку дегустируют? Я это уже говорил. Ну, скажите, что он поехал с ревизией по картофельным складам. И первый лично отбирает высший сорт от первого. Мы уже 2 недели по всем новостям эту новость крутим. Хорошо, скажите, что он тестирует новый трактор. Но у нас только видео с краш-тестов. Ну вот и поставьте и крутите по кругу. Батька разгоняется, разгоняется, разгоняется. Пусть народ думает, что батька неубиваемый. Владимир Владимирович, а у меня же еще один для вас подарок. Да, трактор, откуда вы знали? Что значит больше нечего дарить? А еще шуточка свеженькая. Вот скажите 300. Ну почему сразу у тракториста? Не у тракториста, а у украинского артиллериста. Уже слышали такую, да? Тогда не у тракториста, а у повара-авантюриста. Вы знаете, я лучше скажу, что он на хоккее простудился. На каком хоккее? Хоккей только вечером. Ничего, мы часто новости заранее передаем. Мы как белорусские Симпсоны. Слушайте, а если он все-таки кякнет, на кого мы его заменим? Ну, есть у меня один вариант. Возьмем у него телефончик и сейчас позвоним. Кстати, с опытом, вот, и сейчас без работы, и в Минске бывал. Наберем. Да, есть такой человек. Да, наберем. Угу. О. О, ничего себе! Кого я слышу? Григорьевич, молодец, что позвонил. Я как раз тут разгадываю слово в сканворде. Состояние между жизнью и смертью. 4 буквы. 2 О, 4 А. Я лично думаю, что жопа. Но тогда по вертикали столица Украины жиє. Алло. Алло. Что, передумали? Да нет, хочется, чтобы Беларусь все-таки нормально пожила. Ну да, ну да, ну да. Эй! Ну-ка все за мной! Вперед! Эй-эй-эй! А куда это он, доктор? На войной на Украину пошел. А это что? Обделался. Сейчас назад пойдет. Отходим! Александрович, ну куда вы, милый мой? Ну куда вы, мой хороший? Все, все. Не взять вам Украину, да, никогда. Давай, давай, давай. Лежи, лежи, мой хороший. О, Федорович перезванивает. Ну берите трубку, иначе спалимся. Ну, ладно. Алло? Александр Григорьевич Лукашенко? Да, это я. Вас беспокоит служба безопасности банка. Какого еще банка? Вашего. Назовите мне 3 цифры на обороте вашей кредитной карты. Зачем? Дело в том, что произошел когда же я научусь выговаривать это? Короче, не получился прикол. Григорьевич, ты звонил, что хотел? А я хотел узнать, как у тебя дела, вижу, что все нормально, давай пока. Фух, еле-еле выкрутились. Ага. Боже, боже. Ой, у Лузи червона калина похилилася. Ты что он делает? Переобувается. В коме? Его чуйка никогда не подводила. Слава Украине! Что вы молчите? Отвечайте. Отвечайте, иначе у него будет комовая депрессия. Слава Украине! Героям слава!
Слава нации! Смерть врагам! Слава нации! Триндец Российской Федерации! Я просто больше времени с ним. Кто не скачет, тот москаль. Прыгайте. Зачем? Прыгайте. Зачем мы прыгаем? Вибрация ему помогает. А, понял. Хорошо. Запрыгаем. Что вы скачете тут? Вы тоже скачите, пожалуйста. Да, вот скачите, так. Скачите. Там кошмар творится. Я людям сказал, что батька в Москву уехал. Так они еще больше волноваться начали. Почему? Ну как почему? Ну, он же тут Пригожина без присмотра оставил. Надо срочно записать какое-то видео, что с батькой все в порядке. Гениально записать видео! Как вы это сделаете? Может, как-то, как в кукольном театре им поуправлять? Вы хотите руку в Александра Григорьевича? Почему сразу руку? Я тихонечко со спины пристроюсь, там ручками подергаю, головкой покиваю. Нет, это исключено. Пристраиваться сзади он разрешает одному человеку. И то... Только если он обещает кредит. Так, послушайте, кто среди нас умный человек? Я среди нас умный человек. Поэтому сделаем вот так. Видели на заправках есть такие надувные куклы? Так вот они стоят и вот так. Ага, да. Все, мы к Александру Григорьевичу сейчас шланг с кислородом подключим, напор помощнее дадим и к окну выведем. А люди с той стороны смотрят, а Григорьевич на месте. Он как бы говорит, я сказал по два человека не собираться. А ну все быстро расходитесь по тюрьмам. И все. Как вам? Да что же он там в окне как болванчик стоит махать рукой будет? Нужно, чтобы он что-то умное сказал. Ну как он скажет что-то умное? Не знаю, может быть доктор укольчик какой-то есть, а? Ну можно 10 кубиков адреналина. Фристайла! Макамакафон! Трэрион! Это фристайла! Доктор, 10 кубиков много было, можно было и одного достаточно. Ну да. Ну хотя бы давайте фото какое-то для вечерних новостей сделаем. Класс, фото. А что нельзя было в фотошопе сделать? Нельзя. Все, кто умел с фотошопом работать, либо в тюрьме сидят, либо сфотошопили себе паспорт и свалились за границу уже. Понятно. Ладно, сами сделаем по проверенной схеме. Давай. Да, где его костюм? Вот его костюмчик. Так, аккуратненько кладем вот сюда. Ага. Вот хорошо. Блин, что-то не хватает. Да, гвоздик и подушечек с медалями. Доктор, вы дошутитесь. Я знаю, чего не хватает. Чего не хватает? Глаза ему открыть нужно. Как это сделать? Ну, я же сказал, по старой схеме. Его глаза у меня с собой. Вот они. Ничего себе. Да, помогите мне. Давайте. Вот это да. Ага. 21 век. Какие технологии. А? Красота. Класс. Блин, что хотя такое? Он выглядит, конечно, так, как будто он узнал, что Пригожин не на Москву пошел, а на Минск. Не, ну, в принципе, хорошо выглядит. Только как люди поверят, что фото свежее? Ну, как? Ну, не знаю, нужно вставить ему белорусскую правду. Ну, подождите, там же клизма. Я имел в виду в руку вставить сегодняшнюю белорусскую правду. А, вот. В руку. Хорошо. О, все. Хорошо. Так, отлично. Ага. Делаю фото. Давайте. О, хорошо. Какую подпись сделать? Ну, напишите, я не знаю, «Батька в строю», и это правда. Вот так. Ха, оригинально. Согласен. Отличный довод. Думаю, поверят. Ага. Сейчас я быстренько настрочу статейку. Ага. Нужно просто перестать стрелять и сесть за стол переговоров. Я говорю, перестаньте стрелять. Ай, ай, больно, перестаньте стрелять. Что происходит, доктор? Ну, видимо, его снова расстреляли. Ну, слышали, он же сам говорил, в 94-м его расстреливали. Ага. На восточной границе. Но я не сдался, а пошел до конца. Тихенько, Александр Григорьевич. Все, слушайте, а может быть, пока он в коме, отберем у него ядерный... чемоданчик. Да смысл? Это же все равно муляж. Там даже кнопки нарисованы. Кошмар! Что? После фотографии с правдой еще хуже стало. Народ взбаламутился. И что, вышли на улицы? Да нет, хуже. Просто ржут. И комментируют фотографию. Вот, смотрите. Страной управляет какой-то Гомер Симпсон. Блин. А мне вот не до смеха. Он у нас одной ногой там.
Угу. А он все свое президентство. Одной ногой там, одной ногой там. А у нас тут в Беларуси жопа. Знаете что, доктор? Вот если он чик-чирыкнет, вот тогда нам будет жопа. А если не чик-чирыкнет? То тоже жопа, только вид спереди. Вот человек, а, привел все-таки страну к светлому будущему с узким входом. Послушайте, философ. Значит так, кто среди нас умный? Я умный. Будем строить. Что строить? Мавзолей, прямо здесь, вокруг него. Ночью, если очнется, мы скажем: Александр Григорьевич, сюрприз, мы вам мавзолей побратим построили. У них Ленин, у нас Сашин, вот. А если не очнется, мы тогда, ну что, скажем, ну, с документами работает. Народ будет к нему в мавзолей приносить документы, он будет сидеть и кивать. Я видел, такой механизм можно сделать. Нет, слушайте, а может его в Москву отправим, а? Куда? К Путину? К Ленину на подселение. Я в порядке, я могу руководить. Дайте мне саблю, скипетр и спидометр. Нет, доктор сказал в морг, значит в морг. Заворачивайте и к Ленину на подселение. Что же делать? Это что, теперь нужно к новым выборам готовиться? Да не, он даже если чирыкнет, он все равно по инерции еще пару раз выборы выиграет. Тут сразу ЦИК менять надо. Ага! Ух ты. Вы думали, я тут лежу в несознанке и ничего не слышу, не вижу? А я все слышу. Только я ничего не вижу. Что у меня с глазами? Я выдрал себе глаза! Но почему я их вижу? Это заговор! Вы все у меня сядете, вы у меня сидеть будете до конца дней своих. Стража, отрубите им голову! Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо огромненькое вам. Не дякуйте, хлопцы. В смысле? А що тут незрозумілого? Я кажу, не дякуйте, що я вас від буцигарні врятував. А ти, тобто, ви хто? Головне управління розвідки України. Подождите, а почему вы его тогда, ну, до этого как бы не того? А навіщо? Хоча падлюка до Гааги доживе. Все має бути за законом. Хай міжнародний суд після його коми поставить крапку. Ой. Да. Ну що, Юлія Сергіївна, задоволені? А ви казали, що не може звичайний лікар заробити багато грошей в звичайній лікарні. А ось я вам казав, може. Головне правильно обрати лікарню, а точніше БЛК. Військова лікарська комісія, бачите? О. На, я ж за день стільки грошей ніколи не заробляла, а? Я ж за місяць з тої економічної діри вилізла, зазвичай в яку дивлюся. Ну, за це треба подякувати кому? ЗСУ, правильно? Да. Ось. Грошима? Так. Грошима ні, нехай дякують звичайні українці, а ми просто передамо привіт. А. Правильно? Тому що ми з вами, до речі, не на ЗСУ заробляємо, а на тих, хто не хоче йти до ЗСУ.
О, доброго дня! О, Євгене Михайловичу, наш окуліст. Я бачу, що вас очі не бачать, що у вас відбувається. Опа! Непоганий трюк, непоганий. Я стільки грошей в житті не бачив. Я не уявляю, що з ними можна робити. А я вирішила, що сьогодні куплю ще одну сумочку за 50 тисяч. Та ви що, Юлія Сергіївна, сумочку за 50 тисяч доларів? Ну ви що? Ну а що мені з ними робити? Не їсти ж? Не їсти, точно не їсти. Хто там? Відчиніть двері, це ДБР. Що? Хто? Дмитрій Леонідович, що робити? Що робити? Що робити? Що? Що робити? Їсти, їсти! Що їсти? Що їсти? Гроші їсти! Як їсти гроші? Євгене Михайловичу, якщо ви хочете наступні три роки провести на Мальдівах, а не в СІЗО, то швидко їсти. Швидко їсти? Слухайте, а може ми їх викинемо у вікно? Дивіться, дурниць, будь ласка, жуйте швидше, прошу, давайте. Відкривайте двері, або ми їх зараз виб'ємо. Давайте, давайте. Може, скажемо, що це ми назбирали на ССУ, а? Ви нормальна людина, Юлія Сергіївна? У нас тут грошей більше, ніж нам НАТО надало за два останніх роки. І ми ще збір не оголошували. Давайте, швиденько їсти. А я вам казав, давайте шредер купимо. А ви навіщо нам в лікарні шредер? Давайте купимо машинку для рахування грошей. От нащо вона нам зараз? А щоб я точно знав, скільки ви з'їли, Євгене Михайловичу. Давайте, давайте, давайте. Витрачаємо час на тупі розмови. Юлія Сергіївна, що ви шукаєте? Ну, що ви шукаєте? Майонез! Який нахрін майонез? Я не можу шукати, а то мене шуна стане. Я розумію, якщо ДБР прийде, ми з вами всі тут почнемо соуси пускати. Євгене Михайловичу, Євгене Михайловичу, що ви робите, а? Я не розумію. Що ви купите? Мені тут гривні випадково попалися. І я ось вважаю, що гривні, ну, ніяк не відрізняються від доларів. Ну, не відчувається, що долар в 40 разів смачніший. Ну, ніяк. Що за маячня, Євгене Михайловичу? Ви що, почали жерти в голову? Жеріть в шлунок, будь ласка. Так, давайте, 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 давайте. Можна хоч чимось запити? Чим? У нас лише аналізи призивників. Все. Щоб ви не робили покарання неминуче. Якщо ми все з'їмо і вип'ємо аналізи, це вже буде покарання. Євгене Михайлович, я ж все бачу. Досить жерти двадцятки. Живіть по-великому. Ну, мені здається, двадцятки швидше переварюються. Юлія Сергіївна, ви можете їсти швидше? Не може, мене вже нудить. Я будь-якої миті можу зробити кешбек. Тримайте кешбек собі, будь ласка. Ну ж, між іншим, це ви винні. Я вам казала, хай скидають краще гроші на картові, ні? З кешем легше, ніфіга не легше. Бачите, у нас же ще на картах гроші. О, добре. Так, половинку вам, Юлія Сергіївна. Це віза, вона смачна. У мене шлунок зупинився. Ну, таке. Добре, їжте, їжте, тільки швидше, Євгене Михайловичу. Що ви робите? Що ви їх нюхаєте? Здається, хтось до мене вже їх їв. Євгене Михайловичу, гроші не пахнуть. І пахнуть. Так, це сюди, це сюди. А я не розумію, а що ви розкладаєте їх по кубкам, а? Мій шлунок не приймає гроші старого зразка. Євгене Михайловичу, припиніть корчити з себе Нацбанк, добре? Відчиняйте! Жиріть, жиріть, жиріть! От, дивіться, от дивіться, Юлія Сергіївна, вона молодець, вона вже з'їла 50 тисяч доларів! 55! О, 55 тисяч за 5 хвилин, а це більше, ніж вона заробила проктологом за 25 років! Євгене Михайловичу, що ви і ржете? Я просто подумав, що в неї зараз набагатіші глисти в світі. Відкрийте! А сьогодні неприйомний день. Відкрийте! У нас обід! Все, ми ріжемо замок. Поспішаємо, друзі. Євгене Михайловичу, ну навіщо ви їх складаєте в квадратик, а? Ви що, сподіваєтесь, що ви їх потім зможете відмити? Відмити це вже друге діло. Головне, щоб вийшли. Я більше не можу. Треба! Я хочу в туалет! Стійте! Не час скидати активи, я прошу вас! Мій банк зараз лусне! Не лусне! Вам ще треба прийняти 200 тисяч держгарантій за вклади. Ви не забувайте про це! Євгене Михайловичу, я не розумію.
Я правда розумію, чому ви знову і вже? Виходить, що ви щойно поклали її гроші в депозит. Я не розумію, Євген Михайлович, що ви робите? Що це вилазить з вас? Що це вилазить з вас? У мене хороша новина і погана. Добре, давайте хорошу. Я знайшов ті 10 тисяч доларів, що загубили вчора. Жиріть їх, а погана яка? Я більше не можу їсти, не можу. Я розумію, вам потрібна мотивація. Пам'ятаєте, як було на корпоративі? Так. Конкурс, хто швидше з'їсть, і той отримує приз. А який приз? 100 доларів. Добре, 1000. Євген Михайлович, 10 тисяч. Ідіть в дупу. Я не можу туди йти, у мене там гроші. Дмитро Леонідович, вибачаюся, але подивіться. Здається, мій банкомат почав видавати зіпсовані купюри. Ні, я бачу, то лише 30 тисяч, все нормально. Зазвичай у мене три транші, але, здається, перший вже пішов. Юлія Сергіївна, я прошу вас, зберіться, будь ласка. Я не можу, я зараз лусну. Ви це казали 5 хвилин тому, зберіться, я тоді прошу. Тоді казала, а зараз лусну. Юлія Сергіївна, ну що ж ви робите? Охреніти! Нам світить по 10 років, а вона тут шоу влаштувала! Я після неї вдруге це їсти не буду! А знаєте що, Юлія Сергіївна, вам ще 2 роки додадуть, тому що зараз салюти проводити заборонено! Ніколи не думав, що... Що мені від доларів буде погано. Та я вже теж не можу на них дивитися. А ви робіть як я. Як? Я вже третю пачку їм з заплющеними очима. Добре. Пані Рушце, ДБР. Так, я не розумію, чому ви в медичних халатах? А в чому ми маємо бути в клініці? Який нахрен клініці? Тут має бути кол-центр. Який кол-центр? Нам повідомили, що звідси щотижня вивозять великі партії готівки. Готівку ми бачимо, а де комп'ютери і навушники? Я збожеволів. Ми набагайтіші лохи в світі. Центр поверхом вище. Я ж вам казав, давайте викупимо їх приміщення. Ну були ж гроші, були. Так, добре, тут все одно щось нечисто. Цих двох пакуємо, друга група зі мною в кол-центр. Розберемось потім в камері, поїхали. Не треба, були, це не я, це все він. Шоу. 25 грудня. Київ. В день світлого Різдва. Великий концерт «Дизель-шоу». Найкраще гумористичне шоу України на головній концертній сцені України. 25 грудня. Київ. Палац «Україна». «Дизель-шоу» запрошує. Купуйте квитки. Даруйте квитки. На вас чекають найкращі номери улюбленого шоу. До зустрічі 25 грудня. Дизель шоу. Все. Все? Пришли? Нет. Теперь точно заблудился. В смысле заблудились, а? Мы что, 5 часов по лесу шоркаемся, чтобы ты нам сказал, заблудились? Ну, в лесу это не грех. Вы вон вообще на федеральной трассе Ростов-Москва заблудились. Мы там не заблудились. А чего дальше не пошли? А? Ладно, пускай будет заблудились. Слышь, дед, ты что нас в такую задницу завел, а? Это не я. Это вас другой дед в задницу завел. Причем всю страну. А вы за него еще голосуете. Блин,
знал, что не нужно было верить этому старому маразматику. Ну, в натуре. Точно, я Лукашенко уже не доверяю. Точно. Да при чем тут Лукашенко, усатый ваш? Ты куда нас привел? Вы сказали, что вам надо на границу с Польшей, ну, так? Ну, так ну. А что ты нас на границу с Польшей через центр Минска повел, а? Чтоб вы еще заодно и таракана прихлопнули. Ну, а вы сказали, на сухую ни-ни, вези нас с заводкой. Было? Ну, было. Ну, вот я вас и веду. Через лес за водкой? Ну. Слушай, что-то надо его решать. Надо на бутылку посадить, сверху кувалдой его махнуть. О, правду про вас говорят, что вы фашисты. Чего? Мы ЧВК Вагнер, мы не фашисты. А у вас очень много схожего. Те тоже в Украине воевали. А, и потом на Москву пошли. И тоже не дошли. Слышь, Сусанин, ты что нас сюда специально привел, а? Я... Не Сусанин, я Сусаневич. Белоруссия, да. Это ваш Сусанин просто пьяный был и зашел не туда. А я белорус, у меня принципы. Короче, все, кончать этого маразматика надо. Правильно, вот в Кремль придешь и кончишь его. Да хватит, дед, что нам сейчас делать, а, в натуре? Все, надо сесть. Покумекать и подумать, что делать. Что делать? Так. Давай, короче, по-хорошему говори, а? Как нам обратно вернуться? Обратно в тюрьму? Так это не сложно, но вас же из тюрьмы снова на фронт отправят. Да какую тюрьму? Мы все свои грехи уже на фронте искупили. Во-первых, не искупили, а заработали себе на вышку. Во-вторых, говорю, не знаю я, где мы. Заблудились! Выбирайте одного из ваших. Че, похудей кого-нибудь на сосну загнать, чтобы посмотрел, где мы? Не, пожирнее, чтоб суп на варежке был. Я тут завалю, ты понял меня, а? Ты что нас сюда привел? А нахрена вы в Беларусь приперлись мою, а? Как? Сделайте из вашей армии эту вторую армию мира в натуре. А, ну это возможно, если в мире останется всего две армии. Так и батька нас пригласил. Сказал нам, белорусы рады будут в натуре. Ага, в Беларуси батьки уже не очень рады. А он еще и друзей своих позвал. Молодец. Да мы самое в натуре боеспособное подразделение. Понятно? В мире. В мире? О! Если в мире... Ложись! Самое боевое подразделение. А картошки испужались. Картошки. В натуре картошка. Обана, это что такое? Немецкий крест, прикинь. О, класс, это рублей 200. А ну покажи. О, знаю, где я. Наконец-то. В 43-м мой отец немцев тут за водкой водил. Причем самое интересное, он вернулся и с водкой, а немцы нет. Много их здесь под крестами похоронено. Короче, надо на помощь звать. Ау! В натуре! Ау! В натуре! Ау! В натуре! Я так не делал на твоем месте в натуре. Здесь зубры водятся, могут услышать. Ты чё, зубры же не хищники. Не хищники, но у них сейчас брачный период. Могут, так сказать, понизить вас в звании. О, кукушка, сколько мне жить осталось-то? Еще поживу. Слышь, кукуха, а мне сколько? А ты сдохнешь скоро. А ну, кукундер, мне сколько жить осталось? Жить будешь, но плохо. Лучше сдохнуть. Слушай, да нахрена он нам нужен? У нас там в отряде 500 человек осталось. По-любому он заметит нашу пропажу, ну? Не заметит. Чего это? Ну, вы уже третья группа, которую я... За водкой вожу. Каждый раз разной дорогой получается. Еще один раз и все четыре направления пройду, откуда
из Украины готовилось нападение. Дед, да что мы тебе плохого сделали в натуре, вы, а? Вы наоборот не доделали. Все ж подумали, военный перворот, вперед! А вас просто нагнули. Да никто нас не нагнул в натуре. Это был марш, это, как его, справедливости, о! Ага, марш справедливости. Вы как тот извращенец в парке. В смысле? Ну что, лысого своего показали, туда-сюда погоняли его и назад в кусты. А? Ты в натуре, дед бессмертный, а? Мы же тебя сейчас пристрелить можем. Я бы на вашем месте патроны экономил бы. Здесь волки водятся. Волки? Да. Слышь, надо на дерево залезть повыше, чтобы волки не достали, а? Не-не-не-не, ни в коем случае. Вот, из прошлой группы, один из ваших, отошел за кустик, ну, по делам. Штаны только снял, и волк, хоба, и он на дерево, а там... Медведь. Хуже, белка. Искала дупло, чтобы орешки спрятать. И чё? Ну, не в его же орешки и спрятала. В его же дупло. Всё. Слушай, белки зубры, вот это мы приключения на свою задницу нашли. Ага. Да вы и так не бойтесь. Чую, чую. О! Кабаний навоз. Измажьтесь им обязательно. Волков эта штука отпугивает. Давай, давай. Пугивает? Скорее, волки. Ты волки, все не мажь, да, понял? Сейчас, будем мажь. Аккуратно. Сильнее. Сильнее. Ой, запамятовал я, боже. Это зайцев он отпугивает. А волков наоборот. Привлекает. Ты что, охренел, что ли? Лежите друг друга. Погоди, ты устреляй, Катюри, ну, командир нас найдет, он же ж нам сказал, если вы где-то денетесь, я вас из-под земли достану, Натуре. Да понятно, сам-то командир где? Где Пригожин наш пропал? Ну, узнать, где он. Ага, где, знаю я, где он. Могу на карте показать. О, на карте, давай. Давай. Давай на карте. Давай. Ну? Где ваш Пригожин? Так. Ого, вот здесь основная часть его, наверное. А вторую часть я вот тут закопал. Ну, он меня спрашивает, дед, где боеприпасы? Дед, где боеприпасы? Ну, я ему и показал старый немецкий схрон. Он говорит, о, да тут на всю войну хватит. Ну, я говорю, ну и хорошо, и бычок так... Что было дальше, я уже не помню. Но потом вашего командира и нашел основную его часть. А вторую вот тут закопал. Нет, вот слушай, так и было. Ты бы это не борзел в натуре. Нас, смотри, пятеро, а ты один. Ну, здесь ты прав, да, здесь ты прав. Такую яму с моей больной спиной я не вырую. Я тебя сейчас сам живьем здесь закопаю, ой, понял? Ой, хлопчики, ой, дальше перед смертью опорожниться, а? Пожалуйста, мне на это надо... Карту возьми. За кустик схожу. Ой, хлопчики, ой. Слышь, Шнырь, а ну-ка проследи, чтобы этот не сдриснул отсюда. Да. Чё-то... У бана, чё-то у меня тут... У меня ж дрон есть в натуре. Ну ты дебил, ты чё? У тебя дрон был, давай поднимай, посмотрим, где мы. Подожди, давай. Хлопцы, вы тут куропатку не видели, а? Да какую нахрен куропатку? Ты чё, больной дед? Это наш дрон был в натуре. Я что, дрын от куропатки не отлечу, что ли? Я охотник профессиональный. Да какой ты профессиональный охотник? Ты, блин, со второго выстрела только попал. Чё ты со второго? А где ваш Шнырь? Шнырь, ты где? Всё. Нема Шныря вашего. Всё, реально, дед, ты доигрался. Тихо, хлопчики, дайте перед смертью. Сыграю вам. Вы же вагнеровцы. Музыку любите, да? А это вот моя немецкая
трофейная гармошка. В последний раз. Ой, слухайте. Слышь, что-то какая-то мелодия знакомая, Анатолий. Ага, я ж под нее из этого, из Артемовска бежал. Точно? Ага. А вот и они. Кто они, где? Доброго вечера, мы из Украины. Ой! Че, они стреляют, как тури? А что вы думаете, я вас зря через болото вел? Руки в гору. Какая гора, мы в лесу. Руки вверх, придурки. Ой. Дід Афанасій, ну ви нас продовжуєте дивувати. А. Ліс такий густий, а ви їх постійно в одне й те саме місце приводите. А? Орієнтуватися в лісу мене мій отець навчив. Уж, гади. Ви нам стільки добра робите, навіть не знаємо, як вам віддячити. Хлопчики, у мене одна просьба. Ось, коли ви на Москву пойдете, ви-то вже дійдіть. До конца, а? А мы вам поможем, чем сможем. Зробимо, дід Афанасій. Ну, дякую за службу. Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе вечно! Пішли вперед! Отсюда! Говной! Да что же он там возится так долго, а? До выступления осталось 10 минут, если мы не успеем, ну это ж кошмар будет какой-то, а? О, Евгений Михайлович, Меня бесит, когда вы поете, Евгений Михайлович. Так, ну что, наконец-то вам удалось поставить первого на ноги, ну? К сожалению, нет. Все безрезультатно. Да? Как? Я ему на шатырь нюхать давал. Я ему пить на шатырь давал. Я даже клизму из на шатыря сделал. Лежит, не встает. Может, он лежа выступит, а? Вы нормальный доктор? Как-то он лежа выступит? Вы знаете, что у нас через 10 минут 4-часовое обращение президента Беларуси к своему народу? Он 4 часа будет рассказывать, как все классно в Беларуси, а народ будет ему верить. А если он будет выступать лежа, еще и под капельницей, кто в это поверит? Ну, слушайте, ну давайте сделаем, как в прошлый раз. Мы просто поставим его восковую фигуру и пустим в запись прошлогоднего обращения. Ну, хорошо же было. Ну, какое хорошо. Из-за жары все заметили, когда у Александра Григорьевича усы на подбородок сползать начали. Ну, ерунда. В таком случае отменяйте. В смысле отменяйте? Доктор, вы нормальный? Вы вообще понимаете, что это основа нашего политического строя? Каждый год мы показываем президента народу. Народ его видит и понимает, что все в порядке. Мне так уролог мой говорит. Если хотите, чтобы с ним было все хорошо, каждый год показывайте мне его. Я что-то не понял, доктор. Это что за сравнения такие сейчас? Ой, я сказал уролог? Да, вы сказали уролог. Я хотел сказать стоматолог. Про зуб, а получилось уролог. Не надо мне. Вы сексопатолога-анатом. Давайте, соберитесь, я прошу вас, поставьте первого на ноги. Давайте, Делаю все, что я могу. Я пока все, проработаю план Б. Алло, генерал, КГБ беспокоит. Да. Что там у нас по операции «Двойник»? Что, реально нашли двойника? Уже даже в 2 деревнях показали? Все, давайте, дуйте сюда срочно во Дворец Независимости, а то у нас выступление срывается. Жду. Походу, опять пропетляем. Нормально. Рысь-два, 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 рысь-два. Полтора. Все. Армия опять спасает КГБ, да? Ну, знакомьтесь. О! Это что такое?
Это Александр, мать его, Григорьевич. Собственно, персоны. Смотрите, как похож. Мы его, перед тем, как сюда приехать, в одной деревне из окна машины показали. Так там все сразу обделались. Думали, настоящий. Фанерный маршал? Так точно. Разрешите, кстати, после выступления его на полигон в виде мишени забрать. Генерал, я не понимаю, вы что, идиот? Хотя зачем я спрашиваю? Ответ очевиден, а? Вы бы еще надувного Лукашенко принесли. Была такая мысль. Не, ну оно и удобно. Не нужен, сдул и в карманчик. Но мы побоялись. Интересно, почему? Ну как? А вдруг у него непелек спустит? Народ что скажет? Все, батька сдулся. Ну, да и потом, в армии. У нас, знаете, пацаны молодые, 2 года без баб. Резинового могут и вдуть. А фанерному не. Можно ж занозу загнать. Какую нахрен занозу? Показать не надо! Как хотите. Послушайте, я вам объяснял, мне нужен реальный двойник, двойник президента, который будет разговаривать, а не молчать. Слушайте, может, он лучше пусть помолчит, а то уже такого наговорил. Я пошел на крайние меры. Я ему на шатырь в вену ввел. 2 литра. Одно из двух. Или через 9 минут он встанет, или через 9 дней мы его... Да понятно, понятно. Господи. Боже, как живой. Так, доктор, смысле, я как понимаю, живой? Вы решили пойти ва-банк, да? Да. Да, а нам что прикажете делать? Не знаю, не знаю. Я доктор, а не волшебник. Ну что, ну, можете пойти поцеловать его, и он проснется, как спящая красавица. Куда я его поцелую? Он на спине лежит, его ж переворачивать нельзя. Да. А, вы его обычно... Так, генерал, еще какие-то двойники есть? Так точно. Самое главное что? Белорусской армии. Это резервы. Майор, запускай. А? Оцените. Красота. Похожи все. Найди 10 отличий. Я здесь, блин, даже одного сходства не вижу. А усы? Сам лично нарезал с конского хвоста. Послушайте, знаете, мне уже начинает нравиться идея с деревянным Лукашенко. Но. Вообще, мне интересно, генерал, где вы их нашли? В цирке, блин? Не всех. Да? Ой, дайте я угадаю, кого вы нашли в цирке? А вот и нет. Ап! Сила. А что? Александр Григорьевич, кто же так умеет? Но только клизмами. Так, послушайте, вот как вы себе это представляете, а? В течение 4 часов Александр Григорьевич будет стоять и жонглировать? Да нафига. 5 минут и хватит, все. Слушайте, я не очень силен в этой геополитике, но я вам так скажу. Если наш с таким вот номером выступит, он даст четкий посыл всему мировому сообществу. Угу. Да. А мы с вами получим четкий посыл в одно известное место. Да что вам все не нравится, а? Мы всех двойников по методичке Путина выбирали. Все как у него. Болтун, банкетный, молчун, ворчун. А, и это, удмурт. Удмурта не нашли пока. Но мы нашли такую классную пасеку под Брестом. Можем любого из них отправить туда, через час будет удмурт. Ну, вот этот вот, вроде, более-менее. Отличный выбор. Банкетный. О, банкетный, это хорошо. Значит, и речь сможет сказать, хорошо. Нет. Что нет? Он не мой. Как не мой? А почему банкетный? Как он тогда на банкетах выступает? Ап! Ну и потом он приходит позже всех, когда уже все под шофе. Он со всеми обнимается, фотографируется. Ох, знали бы вы, как он целуется.
Разрешите продемонстрировать? Мне не надо, не надо мне. Ой-ой-ой. А что, похож? Похож. И в отличие от моего, у этого губы теплые. Так, еще варианты есть, генерал? Конечно, есть. Следующий. То есть вот это двойник Лукашенко. Так точно. Вас ничего не смущает? Так, что-нибудь... Что? Что-нибудь так вот. Вот. А где? Ну вот, где-то здесь. Ничего? Грудь? Грудь. Что? Маленькая? Поднадуем. Большая? Подспустим. Хотите, третью влепим, как в фильме? Чё? Послушайте, генерал, ее вообще не должно быть, потому что страна ждет выступления батьки. А выступать кто будет? Мамка! Но... С титьками! И что? Что? Доктор, вы почему молчите? Я, кажется, влюбился. Что? Вы понимаете, это психология. Каждый мужчина в себе ищет женщину, похожую на мать. А в Белоруссии похожую на батька. Александр Григорьевич, простите, я... Всегда об этом мечтал. Доктор, что вы делаете? Прекратите, пожалуйста! Слушайте, я что подумал, если это прям вот это все так видно? Может, она задом выступит? Классная идея. Вообще замечательная идея. А как вы так это немножко себе представляете? Президент Беларуси выступает задом к своему народу? Да ладно! Он, когда вот это поверил в свою несменяемость, он так уже 15 лет народу повернут. А вы представляете, если он нечаянно во время выступления повернется к залу? Ну, и что? Иностранные СМИ как писали? Беларусь, Беларусь, первая страна в мире, в которой президент где-то трансгендер. Да что сразу трансформер-то? Короче, вон, смотрите. Путин под себя конституцию поменял, а наш пол. Генерал, я сейчас тебе пол поменяю, правда? Слушайте, она такая хорошая. Я бы ее даже... Тихо, доктор. Вот сейчас вот он там очнется, и он вас... Так это уже было. Хочется чего-то новенького. Слушайте, ну давайте так. Давайте скажем, что наш президент настолько крутой, что он вникает во все процессы в нашей стране. И сейчас он конкретно занимается белорусской молочкой. Сразу нет. Хорошо. Что у нашего, значит, главнокомандующего столько орденов и медалей, что он под них специально себе увеличил грудь. Послушайте сюда, два клоуна. Идет информационная война. Вы понимаете, СМИ что, извините, тогда пишут, что Беларусь стала не только стратегическим партнером для России, но и сексуальным? Ну, не знаю. В армии такому батьки были бы рады. 2 года без женщин, ну, да, ладно. Так, все, давайте, генерал, объясните мне, ну неужели, неужели во всей Беларуси нельзя было найти одного двойника, а? Да, конечно, можно. Ну... Следующий. Генерал, я правильно понимаю, вот это двойник Лукашенко? Так точно. Один в один. Один к двум. Вы понимаете, что это не двойник Лукашенко. Это какой-то, я не знаю, это пробник Лукашенко. Ну, вы понимаете, что даже когда он будет говорить, его вообще видно не будет, понимаете? Но вы действительно всю армию за идиотов держите. Вы думаете, мы не подготовились? Майор! Пожалуйста, руку. Красавчик, молодец. Вот, один в один. Вот, объясните мне, зачем вы устраиваете этот детский сад, а, генерал? Что, какой детский сад? Ну вот это вот все, детский сад зачем устраивать? Вы понимаете, что на мероприятии будут фотографировать. И потом, когда в газеты попадет вот эта фотография, вы знаете, что народ будет делать? Что, он что? Будет на этих фотографиях веревочку дорисовывать. Да ладно, что вы начинаете? Вон Путин специально для фотографии каблуки одевает. А наш табуретку. Да, короче,
Вы зря на него наезжаете. Он, между прочим, два раза в Москву уже ездил. Ой, да ладно, что он там делал? А вы думаете, ядерное оружие у нас откуда? Пришел такой, сам, сопли распустил, говорит, Беларусь такая маленькая, беззащитная. Вот ему сразу ядерное оружие и дали. Молодец. А второй раз зачем он в Москву ездил? К Медведеву. Зачем? Побухать. Они ж роста одинакового. Им нормально, да. Чуть не спился, малец. Но! Такого ценного сотрудника могли потерять. Да прямо уж ценного, ага. Ну, слушай, ну реально, похож же. Ну, похож. Ну, давайте его кому-нибудь на шею посадим, чтобы он выше казался. О. Классная идея, доктор. Вот. А вы вообще понимаете, что потом все скажут, что Лукашенко реально сидит на шее у своего народа? Ну, послушайте, ну сейчас такой уровень медицины, что к следующему собранию мы его вырастим. А сейчас скажем, что он скукожился. Я так понимаю, вы опять своего уролога вспомнили? Да. А вы про что? Так все, не про что. Генерал, ну послушайте, вы что, не могли обратиться, я не знаю, в какой-нибудь театр и найти там профессионального актера, а? Ну вы действительно нас за идиотов держите. Ну что вы за люди такие, а? Все, иди. Мы сразу же обратились в театр. Вот, пожалуйста. Нет. Он совсем, он плохо похож на Александра Григорьевича Лукашенко. Да при чем тут он вообще? Он не похож. А кукла его один в один. Какая кукла? Он даже голосом Путина умеет. Вы с ума сошли, а? Ну, вы с ума сошли, уберите это немедленно. Вы понимаете, что если раньше говорили, что Лукашенко – это говорящая кукла Кремля, то теперь вы это и продемонстрировали. Ну-ка, подождите. Как это оно там устроено? Ого! Мне кажется, пришла в голову замечательная идея. Пойду попробую Григорьевича расшевелить. Так, генерал, я так понимаю, это все? Больше никаких идей нету? Как, были еще. Пограничники собаку свою предлагали. Собаку? Ну, вы сами сказали, что найди двойника, который будет выполнять все команды и не будет задавать лишних вопросов. Собака лишних вопросов не задает. Все команды выполняет и сидеть, и лежать, и как наш вот это, когда к Путину, к ноге. Но! Есть одна проблема. Собака, в отличие от нашего, не кастрирована. Так что, если вдруг у какой сучки в округе течка, все, мы его не словим никогда. Какой кошмар. Извините, я опоздал. О! Удмурта нашли. Класс. Генерал, вы вообще в курсе, где находится Удмуртия? Звучит как сарказм. По вашему голосу я понимаю, что это не в Африке. Но у меня с географией туговато. Нам всегда Григорьевич показывал, откуда наступление. Да и потом, зачем мне военному человеку география? А зачем вообще голова? Шапку носить. То есть, по-вашему, вот тут вас ничего не смущает? Вот это вот реальный двойник, очень похож на Александра Григорьевича Лукашенко, да? Слушайте, ну давайте скажем так. Копал картошку и загорел. Ну, судя по тому, как он загорел, он один всю картошку в Беларуси выкопал. Вообще, генерал, у нас Белоруссия, а не Чернорусия. Да ладно, что вы начинаете? У нас у половины населения черно-белые телевизоры. Никто и не заметит. А в Москве заметят. Козлы. Согласен, извините. Блин. Я, конечно, не силен в геополитике, но у меня такое ощущение, что Москва сейчас только с такими и дружит. Ой, генерал, я же вам доверился. Я вам поверил, что вы все сделаете. Вы устроили мне здесь усатый цирк, блин. Усатый цирк. Усатый цирк. Хорошее название для нашей республики. Усатый цирк. Так, вы нормальный? А ну быстро уберите нахрен всех, чтобы я не видел здесь никого. Быстро! Понял. Давайте это... Это кто там кричит?
Ой, Александр Григорьевич очнулся. А, ожил Александр Григорьевич, как здорово. Кого я вам привел? Доктор, как вам это удалось? Использовал, так сказать, руку Кремля. Давайте, 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 все хорошо. Так, что здесь происходит? Ну, вы КГБшники, конечно, крутые. Аплодирую, как говорится, стоя. Снимаю, как говорится, перед вами шляпу. Это ж надо было такого реального двойника найти. А усы что, приклеили или настоящие? А ну-ка. А, ты посмотри, на саморезах, наверное. Хорош. Генерал, а? Это настоящий Лукашенко. Да ладно, что вы мне рассказываете? Что, я не знаю батьку своего, что ли? У него там на одном месте родинка есть. Так, а ну, актерышка, повернись. Здравия желаю, Александр Григорьевич, извините. Здравствуй, сержант Говнов. Генерал Говнов. Сержант Говнов. Генерал-сержант Говнов? Просто сержант Говнов. С сегодняшнего дня ты сержант. Ну-ка. Объясните мне, что это за люди? Что здесь происходит? Александр Григорьевич, понимаете, вы приболели. А у вас сегодня самое важное обращение к народу. Вот мы и решили найти вам двойников. Вот это мои двойники? Да. Больше похоже на первый состав пестеров. Вот только запомните, пестеры никогда не выступали с Шакилом О'Нилом. Это тоже мой двойник? На вырост брали. А это что такое? Что это у моего двойника впереди? Грудь. Это что, грудь? Так точно, убрать? Отставить убрать! Коля нет-нет, да иногда просит грудь. Александр Григорьевич, если вы себя уже получше чувствуете, может быть, вы сами и выступите, а? Я-то? Вы-то. Я-то выступлю. Да. Выступлю так, что вы на всю жизнь запомните, что у вас батька один, незаменимый и неумирающий. Да. Где сцена? Покажите мне. А вот текст. Не нужен мне текст, дай сюда. Куда идти? Где сцена? Генерал, проведите Александра Григорьевича и цирк этот заберите с собой. Цирк за мной. Раз-два, 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 раз-два. Пошли, пошли, пошли. Фух. Кажись, в этот раз пронесло, а? Смотри, хорош прям, хорош, такой бодрый. Спасибо, спасибо, я старался. Александр Григорьевич такой бодрый. Ну, пора уже говорить, начинайте. Александр Григорьевич, начинайте говорить уже. Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, начинайте говорить! Да как он будет говорить? Он же фанерный. В смысле? Ну там ситуация такая. Мы зашли, значит, туда за сцену, а там темно. Он за темненького зацепился, маленький в ногах запутался. Сверху баба с сиськами упала. И давай пестеры там. Оп-оп-оп-оп. Сейчас доктор его, значит, там осматривает. Рука Кремля уже не помогает. Ногу используем. Убирайте нахрен фанерного, выпускайте этого с сиськами и камеры выключайте, работаем! Да точно, делаем! Дизель-шоу. Ну я вам же 10 разів казала, у нагі-макі я вже переїла. Ну не знаю, ну запропонуйте щось нове. Викрутий японський ресторан чи якась столовка? Що? Пішла в дупу?
А я такого ще не пробувала. Скажіть, це салатик чи суп? Алло! Що, так швидко доставили? Шльопкам привіт. Привіт. Ой, я не знала, що ви у доставці працюєте. Скажіть, будь ласка, а салатик пішла в дупу, встигли покласти? Ну, можна і так сказати. Але він не для тебе. А для кого? Для мого чоловіка, твого коханця та потенційного кандидата на пацієнта клініки. Клініки? Ой, а що, Гоша хоче щось собі збільшити? Гоша вже збільшив собі живіт так, що в нього може серце не витримати. Коротше, я отримала результати аналізів Гоші. Це аналізи? Це не салатик? Це не салатик і це не аналізи. А що це? Повна срака. Чия? Господи, у тебе хоч щось є в голові? Я ж кажу, я отримала аналізи Гоші. Там повна срака. Гоша наш нездоровий. Якщо що, то не я. Ми завжди предохранялися. Та до чого тут ви? Він сам винний. А, тобто він міг мене заразити? Я би вмерла? Заспокойся. Ожиріння і холестерин не передається. І, до речі, у нього ще проблеми з жовчним міхуром. Міхур – це якийсь бандит? Гоша йому гроші винен? Це такий орган. Він є і у тебе, і у мене. Ясно? Лікар сказав, що наш Гоша може от того. Що того? Схуднути? Перетнути кордон? Збільшити свого Гошика? Кого? Ну, свого Гошика. Господи, кому що, а курці просо. Наш Гоша може крякнути, ясно? В будь-який момент. Тож, будемо його терміново лікувати. Ой, я якраз готова. Он, дивіться, купила собі костюм медсестри. Ну, в цьому ти можеш лише ботокс собі в мозок вколоти. Ботокс в мозок? Навіщо? Щоб хоч якось його збільшити. Значить так, Гоша нездоровий, і ми будемо його лікувати за допомогою здорової їжі і тренувань. О, я так якраз свого собаку лікувала. Але він чомусь здох. От бачиш, а нам Гоша потрібен здоровий та живий. Тож, я принесла дещо для нього. Це фалафель, гумус, овочі. А, я зрозуміла. Що ти робиш? Ну, Гоша, просто, ну він, минулого разу, коли я запропонувала йому з'їсти хумус, і він сказав, візьміть це ху на мусор викинь. От. Ай, та ні, навпаки, береш все це, ще відвариш моркву, броколі і зробиш йому салат, ясно? Розумієте, Гоша просто не любить овочі, у нас навіть сексі ступ-слово «кабачок». Що? Боже, можна без ваших цих подробиць? Кабачок? У мене тепер Гошин кабачок перед очима. Ти мене з думки збила. Про що ми говорили? Про те, що буде їсти Гоша. Він любить тільки м'ясо. А потрібно, щоб він полюбив овочі, розумієш? Ага. Я не знаю, що ти там будеш робити. Ну, наприклад, ляжеш, роздягнешся і розкладеш на собі овочі. Ми так робили. Ну? Але Гоша все рівно взяв шмат шашлика і поклав мені сюди. У мене навіть опік залишився зараз. Ага. Що? Ну, зрозумійте, для того, щоб він їв з мене овочі, мені треба в пупок налити майонез.
Ні, майонез йому заборонено. А алкоголь? Алкоголь заборонено. Господи, ну ви зрозумієте, для того, щоб Гоша з'їв хоча б один стручок брокколі, йому потрібно буде літруху віскаря з мого пупка всасати. Я кажу, алкоголь не можна, тому що у Гоші може відмовити печінка. А це погано? Ну дивись, якщо у нього відмовить печінка, у тебе відмовить кредитка. О, Господи, це погано! Це дуже погано! Тому треба відмовитися від алкоголю. Ага. І ніяких гульок, і ніяких цих шкідливої їжі. Добре, я якраз Гоші запропоную цей перехід на здорове харчування відсвяткувати у нічному клубі. А? Я ж кажу, ніяких нічних клубів. Тепер його клуб – це в'язальний, читальний, клуб здорової їжі і клуб гуляння по парку. І ти будеш завжди з ним. Я не хочу. А 15-й айфон хочеш? Хочу. А на морі хочеш? Хочу. Гоша якраз всі мої забаганки виконував, як джин. От, уяви, що ота чарівна лампа, яку ти натирала Гоші, може зламатися. Гоша стане імпотентом? Та в найкращому випадку. А, так почекайте, а як ми будемо з ним розважатися? Ну, можете ходити по гриби. О! В той нічний клуб якраз ходять по гриби. Я кажу, ніяких нічних клубів, все. Тепер ви можете грати в шахи в парку. Можете, я не знаю, займатися скандинавською ходою. Скандинавська хода – це якась поза в сексі? До речі, про секс. Секс треба обмежити, тому що Гоша може крякнути прямо на тобі. Уявляєш? Ти з-під нього не виповзеш. Допоможіть! Допоможіть! Ах! І ботокс так стікає. Кап! 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 А нащо? Нащо я тоді оце робила? Оце робила? Оце робила? Щоб у парку пенсіонерів розважати? Мені здається, що ви трішки перебільшуєте. Та... Гоша ще у-гу-гу! Коли ти останній раз його бачила? Знаю, у вівторок. Але зрозумій, що Гоша все менше з кожним днем схожий на людину і все більше на котлету по-київськи. Ти в нього пальцем ткни, з нього масло бризне. Дай свій телефон. Дивись. Ай, пароль. Дивись, якщо гуртати ваші фотографії в зворотньому напрямку, видно, як у тебе зменшуються губи і здувається срака, а у нього щезає живіт і друге підборіддя. Бачиш? Ли, я хочу бути коханкою крутого чоловіка, а не наглядальницею за ходячою підстаркуватою рулькою. Підстаркувата рулька, це прикольно. Я його перейменую тепер так в телефоні. Почекайте, я правильно розумію? Я тепер маю з ним гуляти як з собакою? Бінго! А може краще у лікарню? Дивись, якщо він буде витрачати всі свої гроші на лікарні, то хто буде тебе забезпечувати? Я думала, ви? Ну, ви мені як рідна, ви як сестра по чоловіку. А хто мене буде забезпечувати, ти подумала? Ага. Ні, Гоша нам потрібен здоровий, живий ага. І, ну, зрозумій. От що ти вибереш? Щоб він в пориві пристрасті розірвав на тобі трусики? Чи щоб у нього на труселях ловнула резинка від жиру? О? Тож Гоша переходить на здорову їжу. До речі, це він. Я пішла. Почекайте, почекайте, почекайте. А ритуал? О, Господи. Боже, збережи, Боже, збережи, Боже, збережи. А по дереву? Дякую. Привіт, мала. Привіт, мала.
Гуся. Це твій кабанчик. Що ти приніс? Кабанчик приніс шампусик. Ну що, зарядимося перед клубіком, а? Ні. А що таке? Ти що, вже без мене зарядилася? Ні. А що так? У тебе що, ті дні? Та ні, я просто не хочу у клуб. А куди ти хочеш? В ресторан? Караоке? Чи в бар? В сквер. Пограти з тобою в шахи. Ти почала приймати якісь нові таблетки? Це побочка? Я просто не хочу, щоб на тобі луснула резинка, щоб ти на мені вмерла. Я така лежу і не можу вилізти, і в ботах капає. Так, Яна, кабачок! Кабачок! Так, стоп слово. Так, давай заспокоїмося, щось поїмо, спокійно. Ти щось замовила? Пішов в дупу. Що? Верніше, салатик замовила. Пішла в дупу, але його чомусь не привезли, і тому тепер ти будеш їсти оце! Гоша, давай, з'їж шалафель. Фафуфіл! Я не буду їсти цей фуфіл. Так, ні, краще я спочатку вип'ю, а потім вже будемо вирішувати. Боже, тобі не можна пити. Що значить не можна? Ще як можна? Це жіночий напій! Яна! Яна, харе! Ти що робиш? Яна, ти так... Стоп! Ти що, все випила? Господи, як швидко воно закінчилося. Так, що тут відбувається? А не треба на мене кричати! Я просто не хочу, щоб ти помирав. Я наче не збирався. Я хочу, щоб ти завжди був красивий. Так ти ж казала, що я красивий. Красивий, але виглядаєш хріново. Дякую. Я хочу, щоб коли ми гуляли по парку, то всі думали, що той, що я твоя коханка, а не онука. Так я ж наче ще не старий. Ти не старий, але виглядаєш старим. Що відбувається? До сьогоднішнього дня я був нормальний, красивий, а сьогодні я якийсь не такий? Не ти, блін, ну ти, ну такий, ну не такий, ну такий, ніякий. Так, Гоша, з'їж телеру. Я не збираюсь їсти це бадилля. Тоді добре, давайте з'їж хумус. Так, ложечку за тата, ложечку за маму, ложечку за дружину, яка, до речі, тебе дуже сильно любить і дуже за тебе переживає, а ти не ціниш. Блін, я зрозумів. Зрозумів, звідки ноги ростуть. Це Віка тобі щось про мене знову розказала, і ти повелася, так? Що вона тобі розказала? Не хочеш говорити? Окей, тоді залишайся тут з хумусом і з фалуфілем. А я пішов до ресторану. Все, пока. Ану стояти! Не стріляти! Їж те, що тобі дають. Віка, от що ти постійно лізеш в моє особисте життя? Тому що я твоя дружина. А, точно, так. Так, а тут що ти робиш? Що, рятую тебе. Від кого? Від тебе самого і твого холестерину. О, почалося. Гоша, я отримала твої аналізи. Я не здавав ніякі аналізи. Я здала їх за тебе. Як? Нарешті те, що ти не попадаєш зранку в унітаз, принесло хоч якусь користь. Так, і ми за тебе дуже переживаємо. Ось знов
з'явилось ось це «ми». З'явилося і почало нести якусь дурню. Гоше, це не дурня. Як вставило. А хумус, він класний, корисний. Взагалі овочі, вони дуже корисні. Сексу менше, тренування більше. Я правильно сказала? О! От навіщо ти мені зламала коханку? Гоша, це тобі не жарти. Тобі треба переходити на здоровий раціон. У мене здоровий раціон. У мене все здорове. Mm-hmm. У мене тільки дружина нездорова. Гоша, з'їж ложечку. А тепер ще й коханка. Гоша, лікар сказав, що тобі треба своє тіло привести в нормальну фізичну форму. Розумієш? Дуже цікаво. Який це лікар? Ось цей! Ні, не цей! Я втомилася кожного дня прокидатися і перевіряти, дихаєш ти чи ні. Господи, та блін, я в нормальному стані. Ось, дивись. Раз. Гоша, не треба. Треба. Два. Гоша, досить. Не досить. Три. О, Боже, це було прекрасно. Що це було? Ой, вибачте, просто звичка. Зазвичай на три у нас з Гошою секс закінчується. А тепер, увага, чотири. Оп! Гоша! Ух ти ж, зараза! Блін! А що це у вас четверо? О, я ж казала, тиск скаканув. Гоша, о, ти пострибай, у тебе друге дихання відкриється. Та у нього зараз перше закриється. Гоша, ти переходиш на дієту, дивись. 3 дні лише гречка, 4 дні лише овочі, 5 днів лише вода. Ага, потім 9 днів, потім 40 днів. Я в курсі. Так, мені терміново треба випити. Принеси мені. Ні, ніякого алкоголю. Все. Що значить все? Алло, я заснути не можу без коньяку. Все, будеш заварювати ромашковий чай, він теж заспокоює. А-а-а. До речі, вдома алкоголю більше немає, я його вилила. Ох ти, ох ти. Отож. Гоша, з'їж морковку. Навіщо ти мені зараз морку засунула в рот, а? Я просто спочатку хотіла засунути яблучко, а потім подумала, що з яблучком ти іще більше будеш схожий на кабана. Ще більше схожий? Ага. На кабана? Ага. Так, все, з мене досить. Ви дві дурепи, а я дорослий чоловік. І я сам вирішую, що мені пити, що мені їсти і куди йти. Все, пока. Значить так, тоді я більше не буду тобі прати та прасувати. І більше ніякого сексу. Не буду годувати і прибирати. І більше ніякого сексу. Не буду. Більше ніякого сексу. Знаю, так. Ви що думаєте, ви пупи землі? Пупіхи. Ви що думаєте, я нікого собі не знайду? Та господи, кому ти будеш потрібен, вонючий і пом'ятий? І взагалі, я записала тебе до тренажерної зали. О, ой, класно! У бусі будуть біцепси і трицепси. Скоріше, грижа і геморой. Де я, де тренажерка, алло? Гоша, ми знайдемо тобі гарного тренера-дієтолога. Краще хірурга-реаніматолога. Хочете спортзал, а ти не треба. Підеш на стрип-пластику, а я зараз покажу. Ти таким. Я? Ну ти так, ну. От так. І такий. Це вже повний треш.
Все, короче, я пішов. Я не збираюсь потакати примхам якихось двох жінок. Все, ад'є. А ну стояти! Якщо ти не хочеш робити це заради нас, зроби це заради дитини. Що? Так, я вагітна. І я хочу, щоб у моєї дитини був здоровий батько. І щоб він був гарним прикладом для неї. У вас буде бейбі-буся? У нас буде бейбі-буся? Ти... Це... Правда? А чого ти мовчала? Ну, я не хотіла тебе, ну, тривожити. А зараз я прям такий спокійний. То... А ти не жартуєш? Ти реально вагітна? Ну, візуально більше ти схожий. Ну, так, я вагітна. Боже, як я рада за вас! Можна я буду хрещеною? Я думаю, що церква буде проти. Блін, все, з сьогоднішнього дня більше ніякого пива, ніяких пиріжків, ніяких біляшів. Все, тільки ти, я, наша дитина і селера, фалафуфіл, брокколі. І, я так розумію, з Яною ми все? Ну, няня нам потрібна. Боже, яка я щаслива! Ми тепер будемо як справжня сім'я! Я щось... Така дивна сім'я. Так, я зараз в тренажерку, потім за квітами. Ні, спочатку за квітами, потім в тренажерку. Я буду батьком! Я буду батьком! Як я рада, що у нас буде дитина! Не у нас, а у мене. Я буду присутня на пологах. Ні, не будеш. Я буду тримати вас за ручку. Ні, не будеш. Я навіть дитині ім'я придумала. Якщо буде хлопчик, то Леонардо. А якщо дівчинка, то Яна. Ні, Яна, такого точно не буде. Тому що я не вагітна. Ну, поки що. Ну, я так спеціально сказала, тому що я не знала, як заставити його зайнятися своїм здоров'ям. Але з приводу дитини, з сьогоднішнього дня ми починаємо активно працювати. Тож, з сьогоднішнього дня коханням з ним займаюсь лише я. А я? А ти їдеш у відпустку за свій рахунок. Клас, я у відпустку! А що таке свій рахунок? Дизель-шоу.